see you, my honey. Oh, that I want. Александр Евгеньевич, подъем. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, которая развивается, автоматически становится... Рот, и только попробуй выберусь. Алло. Спасибо за будильник, любимый. И за какой будильник, любимый? Который ты засунул под кровать, любимый. Любимый, это шутка на уровне второго класса. Понятно. Ты уже домой едешь? Ага, только у меня за ночь вообще голяк. Я полночи ремонтировал, столько одного клиента довез, прикинь. Так что придется еще днем бомбить. Подожди, Олег, ты же обещал, что Сашку в поликлинику сводишь. Он кашлял опять всю ночь. Ладусь, ну толку от этой поликлиники. Я тебе говорю, поедем на море, все у него пройдет. Ну правильно говорю, Ладусь. Ладно, я пошла завтра готовить. Пока. Сань, Олег не сможет тебя отвезти. Собирайся, поедешь со мной на работу. А поликлиника? Ну, попробуй отпроситься. Кстати, еще раз засунешь будильник мне под кровать. Мам, ну это правда не я. Ой. Это у дяди Олега шутки на уровне второго класса. Мы договорились, что ты будешь называть Олега папой. Хорошо, это у дяди папы шутки на уровне второго класса. Все, брысь, чистить зубы. Хоть 3 минуты не буду тебя слышать. Может, успею кофе попить? Дорогой, ты не видел мой телефон? Нет. Ничего, с утра найти не могу. Так, где? Просто полтергейст какой-то. Я не понимаю, это у меня часы настолько опаздывают, или ты действительно вылезла из постели в 8 утра? А ты меня когда-нибудь слышишь или только делаешь вид, что слышишь? Я тебе вчера 3 раза говорила, что с утра встречаю свою подругу Карину, которая прилетает из Рима. Я уже опаздываю, пипец. А Карина — это у нас экстрасенс, к которому ты по каждому чиху бегаешь, да? Почему по каждому чиху? И, между прочим, она не экстрасенс, а астролог. Вообще, чего я оправдываюсь? У меня и так мало времени. Вера, ты меня можешь в следующий раз предупреждать, когда ты выпускаешь свое животное гулять по квартире? Ага. Милый, Леонард сейчас гуляет по квартире. Да, вот как-то так. Только в следующий раз до того, как я вольюсь кофе, хорошо? Ага. Рядовой Касаткин, команда на выход дана была 5 минут назад. Давай, 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 Саня! Так. Привет. Фу, напугал меня. Малыш, правда, прости, не знал, что так получится. Да ладно. Я завтра приготовила, кофе сварила. Не, я вначале в душ. А, хорошо, только я тебя прошу, поспи хотя бы часик. На юге выспусь, конечно, если ты дашь мне выспаться. Здорово, банда! Здоровей, Виталий! Сань, мы опаздываем. До вечера. Нет, нет, нет. Машина остается дома. Не хватало, чтобы еще клиентам ноги подшибал. Прости за любопытство, а что твоя Карина делала в Риме? Там был слет шарлатанов или начался сезон распродаж? Милый, ты можешь шутить сколько угодно, но, между прочим, Карина другая, чем ты ее себе представляешь. Она стильная, умная, образованная женщина. Между прочим, у нее клиенты в Риме. И не только в Риме, по всей Европе. Застегни. Стильная, умная, образованная экстрасенс-астролог? А она, случайно, в книгу рекордов Гиннесса не занесена, нет? Не знаю, спрошу. Мы ушли! Счастливо! Если не берем машину, тогда обедаем в Макдональдсе. Хорошо, тогда на твой день рождения идем в музей. Тогда я целый год не мою посуду. Ты не ешь мороженое. Блин, ну давай хотя бы пиццу закажем. Саня, я еще раз услышу слово «блин». Ладно, я понял, тебя не переспоришь. Мам, мы, кажется, опаздываем. Или нет? Мне кажется, я кое-что забыла. Ты езжай, я сейчас. Милый, я
Я сегодня буду поздно, мне нужно по магазинам прошвырнуться, всякие там пляжные причиндалы купить. Надеюсь, ты про море не забыл? Не забыл. Но, честно говоря, я не очень понимаю, почему нельзя подождать и поехать отдыхать вместе. Я разгребусь через месяц. А ты мне уже 2 года обещаешь разгрестись через месяц. Мне еще сколько ждать, а? Ну, а если ты вдруг приревновал, то напоминаю, что я еду не одна. Я еду со своей подругой Кариной, ее мужем и дочкой. И, если честно, я не понимаю, почему нельзя отложить там всякие свои фьючерсы, взять твою дочь и отдохнуть с семьями. Тем более, что я так хочу найти со Светой общий язык. Все. Все, давай закроем эту тему, потому что я уже устала обижаться. Покорми, пожалуйста, Леонардика, корм в холодильнике. Ух ты ж! Владусь, ты вообще напугал. Чем? Хочешь, чтобы Кондратий меня хватил? А что случилось? А там машина твоя мешает. Просили переставить. Кто попросил? Женщина какая-то. Елка, ну хорошо. Котенок попросила переставить машину к ее дому. Я ей подумала, чего тебе сюда туда мотаться? Ты понял теперь, тигренок? Владусь, подожди, я могу все объяснить. Ты мне полгода назад уже все объяснял, а теперь пошел вон. Лада! Мам, а ты что, папу из дома выгнала? Еще раз назовешь этого козла папой. Buongiorno, signora. Mio mare cantare. Andriano Celentano. А, Сюзанна. Сюзанна, мора. Боже, выкатите, у нас люди смотрят, не выкатите. Ну что такого, дорогая моя Верунчик, ну я соскучился, я целую неделю без твоих прекрасных глаз. Так, глаза поднял и быстро в машину. Бабене? Бабене, сеньора. Примавера, белиссимо маре. Боря, прекратите. Ну что такое, ну я соскучился, ну правда, я ну что ты в самом деле? Я тебя понимаю, Боречка, но у тебя будет 2 недели. Что? У тебя будет 2 недели, Боря! У тебя что, получилось? Конечно, завтра я еду со своей мифической подругой Кариночкой, ее мужем и ребенком в Крым на 2 недели. Та-дам! 2 недели! Да? В Крым! Да! Ты сделала это, у тебя получилось! Умничка моя, котлеточка! Слушай, ну это же прекрасно! Скажи, а что, почему в Крым? У мужа дела плохи, да? Сплюнь, ну тебя! Просто я не хочу, чтобы нас кто-то увидел, и все. Да черт с ним, в Крым так в Крым! Да? Какая разница, где нам с тобой из постели не вылезать, да? Ой, убери руки, Карина. Какая же ты все-таки нимфоманка. Лада, мам, ну перестань. Уж по слезам не верю. Жизнь вообще, 40 лет только начинается. Тебе всего-то 8 лет потерпеть осталось. Спасибо, сынок, утешил. Нет, продам сить, нету. Я не могу поехать. Опять опоздали. Я в сить. Нет, нет, я один. Я как теперь, в поликлинику отпрашиваться будем? Хорошо. А? Я же сказал, я обязательно заберу. Так, я тебя наберу попозже. Слушай, Калинин, ты часы имеешь? Ты совесть имеешь? Нет, ты только меняй. Скажи спасибо, тут дети. Рустамчик, прости, но мы же совсем на чуть-чуть опоздали. Слушай, а хочешь, я тебе зарплату чуть-чуть отрежу, а? Если ты еще один раз уволю, опоздаешь. Еще один раз опоздаешь, уволю. Поняла? Поняла. Каждый день. А? Помню. Совсем совести нет, совсем. Рустамчик, прости, я тебя спросить хотела. Что ты же? Ты что, не видишь? Я уже ушел. Что ты хотел спросить? Нет, нет. Ничего. Что? Все? Я пошел. А ты когда вернешься? Работать надо! А ты уже соскучился! Нет, это нравится! Когда вернусь, тогда вернусь! Нет, вы посмотрите, а! Работать надо! Люди не идут! Что, отпрашиваться не будем? Да он бы все равно не отпустил. Просто закроем магазин и уйдем? Цветы утром все равно никто не покупает. Ждем 10 минут и уходим. Понятно. Только ты
английском, сеньора, я совсем не говорю по-русски. Боречка, ну отвлекись, ну расскажи, ну как съездил, ну? Да лучше бы я не ездил. Носух нет, нигде. Все есть. Лемуры, удавы, крокодилы. Носух нету. Я по всей Европе, как блоха, туда-сюда говорю, дайте две, ну пять, ну одну в зародыши дайте хотя бы, я его лично грудью вскормлю. Нет. Аж он олигархов тело мое измождённое на части рвут. Борис Михайлович, дайте нам носух. Тренд у них. Носухи. Кстати, Леонарду компашечка не нужна? Нет, спасибо, это ты так мужа достает. Боря, прекрати. Как я хочу ноги эти. Подожди, муж звонит. О, наш муж. А, да, милый? Привет, дорогая, как дела? Привет, все хорошо. Я вот Кариночку отвезла, еду по магазинам. А что? Просто я тут долго думал по поводу нашего утреннего разговора, и знаешь... Наверное, ты права. В чем права? В том, что я уделяю нашей семье гораздо меньше времени, чем работе. Наконец-то ты это понял. В общем, я все уладил, и мы сможем поехать на море вместе. Ты, я и Света. Алло. Вер. Алло, Вер, ты меня слышишь? Да, милый, просто это все как-то неожиданно. А это уже точно, да? Абсолютно. Я сейчас еду за Светой, и мы присоединяемся к твоему шопингу. Вы как будете в центре, позвоните. Я пока наберу Кариночку. Обрадую. Передавай привет. Ну все, пока. Ну и что он сказал? Тебе привет. Дурак, мы едем втроем в Крым. Зачем? Сынок, ты как? Тихо-тихо. Потерпи. Вы что? Вы как? Вы что, не видели, что мы тут идем? Простите, но это у вас надо спросить. Вы что, не знаете, что переход там, где знак, а не там, где хочется? А вы что, не знаете, что максимальная скорость в городе – это 60, а не столько, сколько хочется? Простите, вы что, хотите сказать, это я виноват, что вы как курица бросились ко мне под машину? То, что вы купили такую машину, извините, не дает вам никакого права хамить женщине. Простите, я не хамлю, я констатирую факт. Вы констатируете факт, что вы хам. Скажите спасибо, что у меня еще не та комплекция, а то надавала бы вам по физиономии. Вот, сынок, запомни номера дяди. Вырастешь, сделаешь маме приятно. На день рождения? Да хоть на Новый год. Пошли, у нас и так сегодня куча времени на идиотов ушло. С вас 15525 рублей. Что, простите? За капусту. И это еще со скидкой, как оптовику. Да как это я не еду, когда я должен ехать, Вера? Боря, да успокойся ты. Да что значит успокойся? Я неделю тебя не видел, еще две не увижу. Но это безумие. Этого не может быть. Да нет, Вера, ну я сойду с ума. Так нельзя. Боря, прекрати истерику. Ты думаешь, мне хочется переться в этот Крым со своим мужем и его дочкой Светой? Еще вопрос, кому из нас хуже. Так, давай мне корм для Леонардо, и я поехал. Тарас, быстро, стакан сверчков и упаковку зоофобусов. Быстро! Пойдем, я Борис, прошу тебя. Пожалуйста, держись в руках. А мой муж ждет. Я заеду, вечером попрощаюсь. Мы только встретились, и уже попрощаться на Веру, но этого не может быть. Пожалуйста, я прошу. Ну, надо что-то придумать, Вера. Боря, что придумать, что? Ну, я не знаю, ну подсыпь ему в чай что-нибудь в конце концов. Ты что, врезешь? Ну, я просто очень хочу поехать. Ну, тогда мне по... Был Борисик, стал Карюсик. Как тебе такой вариант? Или еще жену с ребенком? Какую жену? Какого ребенка? Вера! Ну что? Я еду в Крым со своей лучшей подругой Кариной, ее мужем ребенком. А ты можешь быть мужем. Ну как я... Каким мужем? Ну тут... Слушай, это же... идеально. Как просто. Ты у меня гений. Ты как я не додумался сам. Стоп! А где я найду до вечера жену и ребенка? Ты своих носух как-то находишь? Подожди, Вера, разберешься, я думаю. Причем здесь носухи? Притон! Я прошу тебя, остановись. Все, звонимся. Я молю тебя, останови. Борис Михайлович, тут корма привезли, нужно накладные подписать. Вера, ты замужем? Нет. А дети есть? Нет. Не успею. Вообще ничего не успеем. Еще звонил начальник налоговой по поводу носуха.
Меня ни для кого нет. Надя, спасибо. Пожалуйста. Нашел? Это не так просто, как выяснилось. Удачи. Спасибо. Девочки, я уехал. Я позвонил всю Москву и ничего. И тут меня осеняет. Андрюха же у него целая швейная эта фабрика, ты понимаешь? Слушай, ты говоришь, у тебя этих одиноких помашек. Ну, да? Да, чёрт. Ага, дорогой мой человек! Спасибо тебе огромное. Девочки! Если какие юбилеи или праздники, милости спасибо, просим да, к нам. Спасибо. Если у снахи юбилей, если... Извините, о, кто к нам пришел? Молчи, молчи, я сам повод угадаю. Ты нашла новую перспективную работу и пришла на старую сказать все, кранты. Рустамчик, прости, просто Саньку надо было в больницу срочно, у него бронхит замучил. Это ты меня замучил, Калинина. Так, шорты и футболки я сложила, а еще нашла вот это. Скажи, это Вижа тебе подарила? Или у тебя самого случился приступ безвкусицы? Там на лейбле написано, у кого случился приступ безвкусицы. Я тебя прошу, прекрати искать Вере одни недостатки. Она хочет с тобой подружиться. Сделай шаг навстречу. Ладно. Если я не буду подкладывать ей в чемодан тарантула, это будет считаться шагом навстречу? Ну, безусловно, да. Что, уже подбросила? Ничего. В глаза смотри. Так, я пойду проверю. Я серьезно говорю, там ничего нету. Что я сказал? Значит так, да? Так. Так, так. Все, женщина, иди, не мешай работать. Хорошо, иди. Тогда рассчитай меня за эти полмесяца. Какой рассчитай? Я тебя не рассчитаю. Сколько раз ты опоздала? Сколько моей крови выпила, а? Нет, все, это ты мне должна. Иди, то есть ты иди. Не заплатишь? Нет. Ты в больнице была, а ухи не прочистила. Я тебе платить не буду. Иди. Да иди. Пошел ты! Ты думаешь, я унижаться буду? Да фиг тебе! Пошли, сынок. Ты ж гордей какая! Завтра придешь проситься будешь, я тебя не возьму. С тебя пользы, как с баран молока. Хизир Марта. Подержи. Сам ты, Киржим, морда! Мама, что это было? Жесточайный сынок. Вырастешь, никогда так не делай. Калинина! Я знаю, где ты живешь! Значит, так ты хочешь со мной поехать. Значит, нужно было не пол Москвы объехать, а всю. Борис! Так ты лучше не беси меня. Борис! 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 До конца. Держись, Карин. Я всегда, ты знаешь. Угу. Что-то случилось? Ой, там это вообще у этого мужа, у Карининого мужа, представляешь, аппендицит. Да ты что? Ну, там, говорят, плохо все. И скорая приехала, две. Говорят, резать у него даже и хуже. У дядьки моего этот самый, ну... Перитонит. О, да. Да-да. Угу. Перетонит, представляешь? А чего они хотели? Они же это, ботву жрут, они же вегетарианцы. Вот, видать, она и застряла там. Вообще-то у вегетарианцев аппендицит бывает крайне редко. О, что-то я перепутала. Точно. А, да, конечно. Это она вегетарианка, а он нормальный. Да, 100%. И ест, и пьет. Ну ничего, у Кариночки все будет хорошо. Ничего не поделаешь. Будем отдыхать вдвоем, да? Вообще-то втроем. Или ты не едешь? Mm-hmm.
сломала! Ты понимаешь, ты разбила! Держи! Тебе лечиться надо, Калинина! А тебе искать, где ночевать, Стоякин! Вот! Да найду, найду, не беспокойся! Привет соседям. По ячейку общества трещит по швам, да? Не спрашивай лучше. Ты что вообще сдурела? Ты что сделал-то? Так это что же его был? Так это я подарила. Можно было продать? Ну, извини. Исчезни. И ты исчезни, понял, Стоякин? Навсегда таксист! Мам, так давай хоть колонку продадим. Ну, раз и ты плеером не вышел. Этот хлам никому не нужен. Кто заберет, тот заберет. Почему мы это тогда в окно не выкинули? Сань, иди домой, а? Ой, привет. Привет. А что же вы в окошко тоже не выбросили? Еще один? Так я и говорю, дядь Боль. Брысь досматривать мультики. Пока, дядь Боль. Пока, Санек. Ну как ты? Лучше всех. Угу. Машину чуть не сбила, с работы уволили. Сашка болеет, 3 года жизни в унитаз. В общем, лучший день моей жизни. Жизнь бурлит. Да. Сама себе завидую. А ты как? Ну, сначала думал, что не очень, а сейчас вот вижу по-божески. Спасибо за поддержку. А, прорвемся. Умница, красавица. Мать, одиночка. Мечта олигарха. Да, не упусти свой шанс, поработай. Ну да. Милый, как тебе рыба? По-моему, просто супер. Спасибо, Вера. Это была очень вкусная доставка из итальянского ресторана. На здоровье, милая. Мы с курьером старались. Прости, просто у нее такой возраст. Ну что ты горюшь? Она у тебя вундеркинд. До такого возраста еще 5 лет. Странно. Кариш звонит. Да, Кариш? Что? Не то зло, как счастливо. Ну давайте пакуйте чемоданы. Ну все, пока-пока. Пока? Горюш, ну что, они едут? Они едут! Что, впервые в истории аппендицит прошел сам? Ну, а это был не аппендицит. Это гастрит. Ну да, он так разыгрался и вот отдавал. Странно. Гастрит болит гораздо выше. Как они могли перепутать? Горюш, ну вот такие вот доктора у нас, вот так их вот там учат. Чего ты копаешься? Главное, что они едут и все. Хотелось бы верить. Игорь, ну тебе же русским языком сказали. Мы едем. Да никуда я не поеду. Ты с ума сошел ко мне с такими предложениями обращаться? Калинина, ну я же не прошу тебя родину продать, а просто съездить со мной на море бесплатно, на халяву. Ну и пару раз назвать меня там любимой, мой родной. Все. Слушай, любимый мой родной, иди ты знаешь куда? Эскорт-услуги по другому адресу. Какого черта ты ешь мои сосиски? Ну я с дороги, у меня холодильник пустой, ладно. Гастроном внизу 24 часа. Что, издеваешься, что ли? Ну дай мне хоть чай-то допить. Дом допьешь. Калинин, ну когда ты в последний раз была на море? Ну вспомни. В 6 классе, когда мы выиграли конкурс «Делами звена дружина сильна», да? Нет, я, конечно, ничего против не имею. Мелитополь в конце февраля чуден как никогда. Но надо как-то обновлять впечатление. Ладушка, ну Сашке надо бронхит подлечить. Ой, не стыдно. Ну, что не стыдно? Ну что не стыдно? Вы же с Олегом ему обещали. Ну, он мне все рассказал, мы же друзья. Саша! Где? А, ты здесь? Привет. Здорово. Скажи мне, друг мой, ты хочешь завтра полететь на море? Класс! А мама, она ведь летать боится. Ну, значит, поедем на машине. Какие проблемы? Никуда мы не поедем. А ты марш в постели, нечего подслушивать взрослые разговоры. Мам! Давай. Слушай, ты, видимо, не совсем понимаешь. 2 недели. В самом лучшем отеле Ялты. И в самой идиотской ситуации в мире я не буду никого из себя корчить. И обманывать какого-то мужа, какой-то Веры. Секундочку. Это что ж получается? Я каждый месяц, можно сказать, спасаю вас от голодной смерти. Ой, единственный спасите. Раз в жизни, когда я прошу мне помочь, что я взамен получаю? Нет, я, конечно, уйду сейчас, прямо сейчас уйду. Но учти, Калина, если я сейчас уйду, ты больше ко мне никогда не обратишься. Уходить? Уходи. Я ухожу. Иди. Ладно, пожалуйста, ну я очень хочу поехать. Ну... Парамош, вот со мной эти штуки с 8 класса не работают. Ладно, ну я обещал, что ты поедешь уже. Так ты умнее будешь. Парамош. Давай, живи. Ну, Боже, ну что ты за человек такой? Давай. Я по-человечески прошу. Давай. Знаешь чего, Калинина? Чего?
тебя с твоей вот этой детской принципиальностью ни в 40, ни в 50 жизнь никогда не начнется. А, все сказал? Да. Да? Да я ж не бесплатно, Калинина! Я денег заплачу! Много денег! Я представляю, как все будет здорово. Ты своим водным эстримом займешься. Класс. Кореша пускай с детьми нянчится. Ты знаешь, как она любит идти? А я дней 5 точно из спа вылезать не буду. Скажи, пожалуйста, дорогая, а то, что ты хочешь наладить отношения со Светой, как-нибудь отразится на программе твоего отдыха? Конечно. Ну, мы сначала поссоримся, потом помиримся, потом опять поссоримся. В общем, не переживай за своих девочек. Ой, Кореша звонит. Да, Карина? Что значит не едете? Знаешь что, Карина? Держись. Что на этот раз? Все-таки перитонит. Почему ты не хочешь на море? Сынок, я очень-очень хочу на море, но я не могу согласиться на то, что предлагает дядя Боря. А ему не нужен один ребенок, ну, без жены. Сань, послушай меня. Есть такие вещи, на которые порядочный человек в любом возрасте не должен соглашаться, понимаешь? Никогда. Ну, не пора мне. Я тебе сейчас... Парамош, ты... Здравствуй, Калинина. Я говорил, знаю, где ты живешь. А теперь запомни, сколько ты мне должна. 70 тысяч цветы – раз, 45 тысяч стеллаж – два и 10 тысяч моральный ущерб. А теперь спроси у этого человека, сколько ты должен заплатить ему, чтобы не сесть на 2 года тюрьмы. А ты что? Ну зачем? Ну отличная композиция была. Вот человек, а. Мам, смотри, море, мам, море. Ага, море. Калина, завязывай ты вот с этим вот это у-у, море, у-у, горы. Такое ощущение, что ты не на курорт едешь, а на похороны Уго Чавеса. Я вот не понимаю, что тебе так весело. Придумали какой-то бред с этой Кариной. Ты вообще себе представляешь, как это будет? Вот мы сейчас приедем, и что? Да ничего. Пару раз на ужин сходим, там, ну, может, на экскурсию разок. И все, дальше делай что хочешь, с кем хочешь и где хочешь. Слава богу, муж, я не ревнивый. А ее муж? А ее муж объелся груш. Боря, тебе не кажется, что это подло, а? Калина, любви все подлости покорны. Ты что, прям так любишь? Безумно. А она тебе? Больше жизни. Ромео и Джульетта, Шекспир. Ну а чего мужу тогда не скажете? Слушай, Калинина, всему свое время. Ну, слава богу, а то я думала, твоя чокнутая соседка опять что-то выкинула, вы едете обратно. Верусик, прости, пожалуйста, я сейчас громкую связь отключу. Борь, ты нормально? Ты что не сказал, что ты по громкой связи разговариваешь? Ну, я могу сказать только одно, что я безумно соскучился. Зань, давай приезжай уже быстрее. И? Что? Мы вас встретим, семейный ужин только в 7, поэтому у нас будет целых 4 часа. Ну, ты хоть немножечко соскучилась. Боря, пока. Так, докладываю. Приезжаем, нас встречают, заселяемся и званый ужин ровно в 7. Ты что, с ума сошел? Ну что тебе опять не нравится, Калинина? А как ты себе это представляешь? Ну как я себе представляю? Ну сели, выпили, поговорили, как интеллигентные люди. Только о чем, Боря? Ну как о чем? Ну ты же историк, ну тебе поговорить что ли не о чем? Общение, Калинина, общение. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Оп! А как я отвечу на вопрос, Боря? Где мы познакомились? Как подружились? Где мы вместе бываем? Ходим мы в один фитнес-клуб? Или в разные? Или вообще не ходим? Или я хожу, а Верочка нет?
Или у нас есть традиция, Боря, по пятницам есть пиццу в Марио. А может быть, не по пятницам, а по средам? И когда, наконец, починит лифт в моем доме, которым Верочка постоянно застревает? Или она не лепила такую отмазу, когда у тебя задерживалась? Такого общения ты хочешь? Ну все, 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 я понял. Хорош, хватит, все. Борочка, ты соскучилась, я соскучилась. Верусик, у нас тут возникла маленькая проблемка. Мы про Карину, кроме того, что она твоя подруга, так толком ничего и не знаем. В смысле? Ну еще она твоя жена. Ребята, что сами себе семейную жизнь придумать не можете. Это понятно, но она твоя лучшая подруга, а ты ее ни разу в жизни не видела. Ну, приедете, познакомимся, какие проблемы, Боря? Вера, ты не понимаешь. Мы сейчас приедем, а твой муж возьмет и спросит, а где вы познакомились, где подружились, в какой фитнес-клуб ходите или не ходите. Игорь, ты нормальный вообще? Я по телефону разговариваю. Здрасте. Карина, что, подъезжает уже? Да, в смысле нет. Ну, да, Карина, нет, не подъезжают. И что, на этот раз? Подагра? Да нет, заблудились где-то под Симферополем. Нет, ну дураки дураками, а? Ни карты, ни навигатора. Да, серьезно, давай помогу. Алло, Карина, здравствуйте. Муж Веры, а то Карину спрашивает, ответь что-нибудь. Алло, Карина. Алло, Карина. Алло? Здрасте, Карина, это Игорь, муж Веры. Ну что, где вы там заблудились? Дайте какой-нибудь ориентир. А мы заблудились? Да. Что, мы заблудились? Он спрашивает, заблудились мы или нет? Заблудились? Да там мы заблудились, скажу сейчас. Да, мы заблудились, вот. Ну, мы заблудились, но... Я сейчас дам лучше трубку моему мужу Борису, он объяснит. Это Борис, муж Карины. Здравствуйте, Борис, муж Карины. А это Игорь, муж Веры. Так куда вы там заехали? Вы знаете, мы уже въехали, просто девочки не так поняли, поэтому мы скоро будем. А, понятно. Они скоро будут, это вы что-то не поняли. Борис, муж Карины. Здравствуйте, Борис. А это Вера, подруга Карины. Вы не могли бы мне ее дать? Мы не доболтали. Спасибо. Одну минуточку. Вера, твоя подруга. Кто? Алло, Вера, это чокнутая соседка. Вы со мной хотели поговорить? Или все-таки с Борисом? С Борисом. Это Вера, твоя любовница. Да, Верочек, слушаю тебя. Боря, ты что тупишь? Нафига мне твоя соседка? Я с тобой хотела поговорить. Слушай, я думал, ты ей хотела про Карину рассказать. Ага, при муже ей по телефону. Ты думаешь, нафига я наплела, что вы заблудились? А я не врубился сразу-то. Видимо, дорога вымотала, ты понимаешь? Так, короче, приезжайте, я жду вас на ресепшене. Слушаюсь, моя белая госпожа. Они будут часа через два, через три. Можете спокойно еще полчасика покататься на банане. Так, ребят, вообще-то Карин с ребенком приезжает, у нас подарка нет. Ну, нехорошо как-то. Давайте, езжайте в город и купите куклу. А я на массаж. Все, пока. Будьте мой слюдки. Деловая колбаса. Свет. Ну, я в хорошем смысле этого слова. Со мной. Теперь ты понимаешь, чего чуть не отказалась? Ты сам откройся. Мелитополь померк? Да. А чем же здесь номера? Твой обморок в программу мероприятия не входит. За мной. Добрый день. Здравствуйте. У нас должна быть бронь на фамилию Парамонов. Одну секунду. Саша, ты нормальный человек, что ты делаешь? Извините. Апартаменты. Все верно? Да. Ваши паспорта, пожалуйста. Ладно, паспорт давай. Ну, здравствуйте. Верочек. Какой тебе нафиг Верунчик? Мы даже не знакомы. Это она? Да. Угу. Гариша, дорогая, здравствуй. Боже мой, а это твой муж, да? Какой симпатичный человек. Ну, пойдемте, расскажите, как доехали. Пойдемте. Ну, как дела, солнышко? Все хорошо, да? Боря, и вот так вот, по-твоему, выглядит элитный астролог, да? Я астролог? Она астролог? Кто астролог? Карина, вип-астролог. У нее клиентура по всей Европе. Я же тебе говорила. А когда ты мне говорила? Вы что, ты меня втянул в Парамонов? Подпишись. А кто такая Карина? Саша. Я понимаю, что у тебя склероз. Я понимаю. Ну, я тут при чем, а? Слушайте, ребята, давайте закруглимся, пока не поздно. Ну, какой из меня к черту астролог? Ну, еще и вип. Ну, нет, ну, вип-то, да, конечно, не очень. Ну, может, она просто астролог? Я уже сказала мужу, что она элитный астролог, прилетела из Рима. Боря. Да нет, нет, это я прилетел из Рима, Веруч. Да ты и есть Карина, идиот. Дядь Борь, так это ты, Карина. Саш, подожди ты. Я в шоке. Быстро.
Доброе утро. Доброе. Я такси заказывал. Уже ждет. О, благодарю. Так что мои подарки? Так я думал, ты придумаешь. А почему я должна придумать? Ты же девочка, ты же должна знать, что... А что сейчас было, а? Это был мой муж с дочкой. Чего не так рано? Я же им сказала на банане поплавать. Дядь Боря, я тоже хочу на банане поплавать. Саш, не на банана сейчас, но... Ну, дядь Боря, нормально вообще. Какой дядь Боря? Какая Лада? У нас до ужина 4 часа. Вы хотите прямо там спалиться? Можно вас на секунду? А, да. Так, давайте заселять и репетировать, чтобы никаких дядь Боря и Лада. Ясно? Поняли? Угу. Все поняли? Угу. Так, я займусь подругой. Мам, ты куда? Побудь с дядей, папой. Боря, дай кредитку. Аза, зачем? В зубах ковыряться, давай. Мы все пойдем. Добро пожаловать в Пальмиру Палас. Надеюсь, ваш отдых будет незабываем. Здрасте. 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 Ваш номер 652. Так, нам маникюр, педикюр, стрижку, укладку, пилинг. И все остальное. Хорошо. Ты меня прости за чокнутую соседку. Я иногда ляпу не глядя. Я приняла. Карточку, пожалуйста. Заходи. Вау. Ну? Смотри. Нравится? Класс. Прыги давай. Значит так, Санек, слушай меня очень внимательно. С сегодняшнего дня и до самого отъезда мы делаем вид, что мы семья. То есть ты называешь меня не дядя Боря, а папа. Договорились? А почему мы будем делать вид, что мы семья? Ну, как для чего? Ну, потому что так надо. А для чего надо? Потому что нас не выселили. Ты понимаешь, это очень семейный отель. Здесь жесткие правила, понимаешь? Вам приходится выкручиваться. А почему я буду называть тебя папой? Саш, послушай, у тебя совесть есть вообще, в конце концов? Ну, почему ты называл меня папой, когда нас с Калинина вызывали директору твоей школы? Ну, потому что ей неудобно, что я расту без отца. Ну вот, а мне неудобно, что я расту без семьи. Мне 36 лет, ни дома, ни детей. Ну, мне перед друзьями стыдно, понимаешь? А почему ты назвал маму Кариной? Ну, потому что я должен был поехать со своей одной знакомой Кариной, а она в самый последний момент отказалась. А я всем своим друзьям уже сказал, что мою жену зовут Карина. Да, ясно. Заврался. Ну, типа того. А почему? Да покачину! Хватит задавать лишние вопросы, Саша. Просто называй меня папой. Все, понял? Планшет. Не понял. Ты очень крутой астролог. У тебя офис на Чистых прудах, Клинтур за рубежом. Ты предсказала отставку Сердюкову, падение метеорита в Челябинске и рождение дочки Киркорова. Ты серьезно сейчас говоришь? Я уже наплела это мужу, придется придерживаться легенды. Понятно. Что ты еще наплела мужу? 5 лет жила в Тибете, гуру в йоге, вегетарианка, сыроед, муж. Это все? Умная, образованная, знаешь 7 языков. Теперь все. Мне их как? К ужину выучить? Я, может, вообще мастер спорта по легкой атлетике или разговариваю на языке дельфинов? О, про дельфинов я, по-моему, говорила. Хотя фигня, скажу, перепутав. Закрепим. А я говорю, планшет. Саш, ты что, опух, что ли? Какой планшет? У тебя совесть есть вообще? Есть. Нет, интересное кино получается. Приехал на море, за мой счет и еще шантажирует меня. Вообще-то совесть, дядь Борь. Если есть возможность рубить бабло, то надо рубить по полу. Да какая же сволочь тебе сказал? Ты забыл, что ли? Да. Ну ладно, ну допустим, но планшет, Саша, это дорого, это очень дорого. Тут работы максимум велосипед. Пускай тебя официанты за велосипед папой называют. А мне нужен планшет. Ладно, если все пойдет нормально, будет тебе планшет. Дома, на Новый год. Здесь и сейчас. И на Новый год велик. Не наглей. Мы познакомились полгода назад на фитнесе. Вместе ходили на латино. Когда у меня сломалась машина, ты 2 раза подвозил меня домой. Потом мы встретились на шопинге, провели там целый день, подружились. Ты это все только что придумала? Это реальное знакомство с Борисом. Борюсик ходил на латино? Это сильно. Да он там баб клеил. Значит так, мы с Борисом встречаем... Мы с тобой встречаемся 2-3 раза в неделю. Часто созваниваемся. Ага. А иногда ты имеешь наглость звонить мне по ночам. Ну, так как часто бываешь в Европе и забываешь о разнице во времени. Понятно, я тебе-нибудь еще и пьяная звоню. По ночам, да. Так, у тебя есть собака Чау-Чау, которая 1 раз укусила меня за зад. У Бури нет собаки Чау-Чау. Есть. Парамонов, Парамонов. Значит так,
велик на Новый год. Согласен? А сейчас радиоуправляемый вертолет. Планшет. Футбольную форму Барселона, фирменную из Испании. Планшет. Ладно, не хочешь, как хочешь, но только сейчас. Учти, я звоню твоей матери и рассказываю ей, как ты меня здесь шантажируешь. Давай хотя бы PlayStation 4. Третий. И 10 дисков. 5. Ну, мы же вместе гонять будем, блин. Пап. А? Папулич. Ладно, будет тебе PlayStation 3, заметано. Кстати, молодец, сынок, хорошо торговался. Твоя школа. Хотя, честно, я бы на планшет согласился. А я бы на вертолет. Итак, сыроед, Тибет, астролог. Ну что, на первое время должно хватить. Просто у твоего мужа закончились деньги. Кстати, о муже. Я с ним лично не знакома. Знаю, что у вас идеальный брак. У вас девочка, мечтаете о мальчике. У нас мальчик. Значит, у вас мальчик, мечтаете о девочке. Как мальчик? Подожди, я, по-моему, уже сказала, что у вас девочка. Ничего, скажешь, что перепутала. А, ну да. А кто у тебя муж? Банкир, трудоголик, кроме как о деньгах больше вообще ни о чем не думает. Ну, это неплохо. Ты давай тут заканчивай, я тоже пойду марафет наводить. А, кстати. Как тебе? Вот это мне больше всего понравилось. Это я себе купила. Давно твой муж мне подарков не делал. Давай, милый, увидимся. Папа, где наша мама? Или она пока все твои деньги не потратит, не вернется? Я сам терзаюсь этим вопросом. Ты выбрал что-нибудь? Да, я буду лобстера в трюфельном соусе с миксом белой и зеленой спаржи. Я сам тебе выберу. Эзотерика. Слушай, ты тебе не узнать вообще. Ну что ты, дорогой, просто реснички подкрасила. Ма, ты похожа на Маргариту Алексеевну. Спасибо, сынок, за комплимент. А кто такая Маргарита Алексеевна? Это психолог из нашей школы. Она в секси. Слушай, Калинина, ты выглядишь просто перфектно. Много потратили? Твой обморок в программу мероприятий не входит. Ну, где наши Рокфеллеры? Или мы как, одни ужины? Нет, не одни. Ну, мы просто раньше пришли. Сейчас они придут. Спокойно. Я в туалет хочу. Ты раньше мог мне об этом сказать, Саша? Папуля. Папуля, молодец. За папулю хвалю. Пойдем, я тебя отведу, сынуля. Пошли. Боря, я одна не останусь, я с вами. Нет, ты слышала, куда мы сейчас идем, Калинина? Спокойно возвращайся за стол. Что-нибудь заказываем, да? Лобстера не заказывали. Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы? Здрасте. Нет, я не понимаю, как вообще такое могло случиться? Или вы меня преследуете? Вы ненормальный? С какой-то стати я вас буду преследовать. Кто вы такой? Интересно знать. Так, ладно. Кажется, я догадываюсь, к чему идет наша милая беседа. Да. Поэтому давайте остановимся на этом. Да, кстати, извините, вам придется пересесть. Почему? Этот столик заказан. Я тут ужинаю с друзьями и семьей. У вас есть и то, и другое. Это удивительно при ваших-то манерах. Но этот столик заказан. Здесь ужинаю я. С моим мужем и моими друзьями. А у вас есть муж? Представьте себе. Неожиданно. Да, вот так вот. Я-то был уверен, что с такой, как вы, ни один нормальный человек не выживет. А вот и мы, дорогая. У тебя все в порядке? Нет, дорогой. Вот этот мужчина говорит, что столик заказан, и нам говорит присесть, представляешь? Это у вас... Ариночка, дорогая! Светочка, садись. Ну, наконец-то приехала моя подруга. Прекрасно выглядишь. Я с вами уже познакомились. Ну, как тебе мой Игорюша, а? Борис, очень приятно. Игорь, очень приятно. У меня нет слов. Борис, приятно. Да, я Борис, здравствуйте. А вы, должно быть, Вера, да? Очень приятно. Мне Карина столько о вас рассказывала. Хорошего и разного. Очень мне рад. Очень. Игорюша. Привет, я Света. Саша. А почему ты не девочка? Сложный вопрос. Вер, ты же говорила, что у тети Карины девочка. А это же я опять, наверное, что-то напутала, да? А мне кореша говорит, Сашенька, ну я и подумала, что девочка. А Сашенька-то оказалась... Мальчик. А мальчик? А я мальчик. Просто все время девочку хотел. Ну, прости, тогда это тебе. Кукла, Саш, не переживай. Я играть буду.
Подарок с юмором. С юмором, да? Ну что ж мы стоим? Может быть, выпьем? Шампанского. Друзья, знаете что, давайте-ка лучше выпьем за наше знакомство. Я думаю, что отдых у нас будет незабываемый, да? Хорошо. Хорошо, пришли, я перед сном посмотрю. Давай, пока. Все. Хорошо. Спасибо. Горюш, ну, может, хватит работать? Ну не обанкротится твой банк за неделю. Вань, я точно такой же. Я вот сейчас с семьей на отдыхе здесь, да? А на самом деле мозгами там, в магазине своем. Одна радость, жена астролог. Карина, вы умеете делать натальные карты? Светочка, ну я же астролог. Я со звездами работаю, а натальные карты — это кому? Гадалка. Если я правильно понимаю, Света имела в виду гороскоп по дню рождения. Он ведь так называется, да, Свет? Натальная карта? А, ты про эти карты? Ну, я не поняла просто сразу. Да вот не поняла, а вот Света поняла. Да. Молодежь не проведешь, все. Нет, если ее долго делать, то не надо. Можно хотя бы транзит или соляр составить. Светочка, ты знаешь, вообще-то тетя Карина приехала отдыхать от всяких гороскопов и карт. Да. Не нужно ее мозг засорять всякими соляриями. Да, Светлана, у современных астрологов, знаешь, у них каждая звездочка на счету. О! Так, солнце мое, что-то ты это, пустая тарелочка у тебя, давайте вкусняшки положу, ты же любишь. Ну давай, давай, смотри, это невозможно. Ой, мясо свежее, ой. Все время худеет, вы знаете. Скажите, а вы в отпуске тоже от вегетарианства отдыхаете? Кто вегетарианец этот? Ну ты же говорила, что Карина убежденный травоед. Или это растительный люля-кебаб? Почему же растительный? Самый, что ни на есть, натуральный. Только не мой. На, сынука, ешь. Майя, не хочу. Не стесняйся. Вот. Вы бы лучше такой внимательный на дороге были, а не за столом. Если мне не изменяет память, вы сами мне под колеса бросились. А вам изменяет не только память, но и зрение, иначе бы вы нас заметили. Вы что, знакомы, что так разговариваете? Если попытка убийства считается за знакомство, то, наверное, да. Простите, а можно как-то подробнее, а то мы и не в курсе? Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Не далее, как вчера, когда ты ездила за Кариной, Варя... Так, стоп. А как ты могла ее встречать, если она в этот момент встретилась с моей машиной? Я же тебе говорила. Карина просто раньше прилетела, то есть позже. Ну, ты вечно ничего не помнишь. Ну... Игорь, я точно такой же. Я Карину слушаю через раз. Посему тост. Так, друзья, значит... Муж и жена — это же два берега. Между ними пропасть. Выпьем же за мост, который их соединяет. За кредитную карточку! Борис, у вас прекрасное чувство юмора. Спасибо. Дядь Борь, мне тоже соку налейте, я тоже чокнуться хочу. Дядь Борь? В продолжении тоста. Этот малолетний вымогатель требует у меня... Игровую приставку. Да. Игровую требует. Есть такое дело. Купишь, папа, не купишь, чужой дядя. Да, Лада. Какая Лада? Я говорю, ладно. Ладно, куплю я ему эту игровую приставку. Слушайте, что-то опустело у нас здесь. Официант, момент, сейчас. Ой, друзья мои, а какие планы на завтра? Сразу предупреждаю. Кариночка, я забираю. У нас сплетен накопилось, да? Не на один день. Угу. Надеюсь, мое присутствие не обязательно? Нет, ты точно будешь лишним. Ты там езжай на свои всякие дайвинги, серфинги, как они там у тебя называются. С радостью. Я могу и Борю с собой взять. Ему ведь с вами не очень интересно будет. Это, я думаю, навряд ли. Ты знаешь, Борис вообще не по этим всяким делам. Ну, мне Карина рассказывала. Да. Да. Не по этим. Ну, мы его чем займем. Ты не переживай. Это не по каким я там делам. Да вот, я хотел вас завтра на аквабайке пригласить, а женщины говорят, вы не любитель подобных развлечений. Во-первых, Игорь, не вы, а ты. Во-вторых, не любитель, да, а профессионал. Да что вы говорите? Борис, а вы что, нас покидаете? Вера Павловна, почему я... Нет, нет, подождите, вы сами сказали, мы будем вам только мешать. Тост! Чтобы никто никогда никому не мешал. Игорь, я на аквабайке вытворяю
такие пируэты, ой. А лыжи? Водные? Да. Мастер спорта. Борис. Ну, Игорь. Борис. Что вы говорите? Ну, это, конечно, смотря сколько выпьет. Но мы же здесь собрались не выпивать, а, так сказать, для того, чтобы по чуть-чуть и за знакомство. Водный экстрим. Я обожаю. Оп. Утром едем. Доброе утро. Я, наверное, вас разбудил. Удивительно, проницательный 7 утра. Вы специально пришли в такую рань, чтобы об этом спросить? Нет, что вы, я пришел за порцией утреннего сарказма, а заодно разбудить вашего мужа. Какой остроумный у моего мужа будильник. Борюсь, тут к тебе друзья пришли. Мой спортсмен говорит, что ждет вас уже полчаса. И вообще, где вас черти носят? Можете сами спросить. Борь, ты идешь? Куда? Приятного аппетита. Взаимно. Сань, что надо сказать тете Вере? Взаимно. Нет, спасибо, взаимно говорят взрослые. Вера, какую одежду ты предпочитаешь? А светлую, а темную, а пёструю? Светлую. Как вам погода сегодня? Ой, отлично. Сейчас кто-то доковыряет свои блинчики, мы пойдем окунемся. А почему только окунемся? Если идти так до обеда. А какие машины ты больше любишь? А седаны, б кабриолеты, в джипы? Кабриолеты. А может быть, вы Светочку возьмете с собой? Да не вопрос. Замечательно. А то наш папка бросил ребенка и свалил. А я хоть там в спа, на массаж схожу. Отдохну, может быть. А ваш папка что? Дрыхнет еще? Не, он с вашим уехал. Как уехал? С трудом. Ну, тяга к спорту, она сильнее головной боли и важнее любимой женщины. А какие мужчины тебе больше нравятся? А веселые, а романтичные, а рассудительные? Не тупые. Ну что, готов? Всегда! Поехали! Как я здесь оказался? Ну, Боря, ну, Борюсик. Тетя Карина, а змеи держатся? Это все-таки знак зодиака или нет? Кто? Змеи держат. Ой, смотри, Сашка на горку полез. Прокатись с ним. Змеи держатся. Почему грустит такая фея? Вы здесь одна? Нет, не одна, я здесь с мужем и любовником. Да, смешно. Не то слово. Тетя Карина, а какая планета покровительствует Козерогу? Ну как, классно? Ну ты как? Замечательно! Обсохнуть не хочешь? С удовольствием! Поехали!
летчик, блин. Проснулись? Наконец-то! Тетя Карина, а кто вы по гороскопу? Дева. О, как и я. А ты, Вера? Лев. И его вам лучше не будить. Тогда вам двоим вопрос. Тест номер 69 на совместимость характеров. Походим, покупаем вопрос экскурсии. Первый. Светочка, извини, сейчас. Светочка, ты иди поплавай, а нам с тетей Кариной надо экскурсии купить. Я подожду. Блин, достала, а вся в папашку своего как заладит. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу не остановить. Ой, интересно, есть экскурсия на розовый труд? Ты что, действительно на экскурсии собралась? Ну, конечно, а тебе не интересно ли Водийский дворец посмотреть или Алупкинский? Я что, клуша какая-то? По развалинам ползать. Ха-ха, мне здесь есть на что посмотреть. И что показать. Мальчики. Прекрасно. Курорт Пальмира Палас приглашает своих маленьких гостей в уютную детскую комнату. Аптека у нас в правом крыле. Спасибо. Что, так заметно, что ли? Я ж тебе говорил, мажься, а ты, я не сгораю. Ну, я не сгораю. Ой, для меня это нормально. До вечера. До вечера, все, за ужином увидимся, да. Спасибо. Сань, только играй здесь, на площадке, чтобы я тебя из окна видела. Дождь краснокожих вернулся. Отстань ты, а. Маленько. Отстань. Что, жертва огненной воды скальп облазит? Ну, слушай, Калина, пожалуйста, мне сейчас на спину сметанки бы, а не яду твоего. Может, скорую вызвать, а? А чего им скажем, Борюсь? Что ты на торпеде подорвался или из горящего аквабайка выбрался? Да уйди ты! Как ты думаешь, мне его сначала задушить, а потом зарезать? Или наоборот? Ой, Вер, не утруждайся, он уже сам себя наказал. Верочек, я умираю, помоги мне. Угу. Ты мне только перед смертью скажи, ты кого сюда приехала развлекать, а? Меня или мужа? Ай-яй, у тебя крем есть? Ой, бедненький мой, а может и массажик, а? Или горчишники? Слушай, Вер, ну я не думал, что... Да, пора, ну думать вообще не твой конек. Давай-давай, креветка, становись омаром. Горе-мо, лука. Ого! Это вам еще повезло, что я не ревнивый. Смешно, да? Смешно, Игорь? А ты человека не угробил. А что, астрологам пачкать руки кремом звезды не велят? Ваша семья моего Бориса Михайловича в негодность привела, вам и ремонтировать. Так я за этим и пришел. Вот, таблетки внутрь, мазь наружу, и завтра хоть снова на лыжи. Вы вообще сюда приехали, а? С детьми отдыхать, с женами? Или экстримами всякими заниматься? А что тут еще делать? Да что угодно. Можно на экскурсии съездить. Вот, конечно. Там всякие замки посмотреть, ласточное гнездо. Нет, если тебе это действительно интересно... Конечно. А ты что думал, Игорь? Я приехала на пляже валяться? Мы даже уже и билеты купили с Кариной, да, Кариш? Все, так что я ничего не хочу слышать. Поправляйте, пожалуйста, Борис Михайлович. Спасибо, Вера. Я, к сожалению, не знаю, как вас по отчеству. Парамош, ты береги себя, а то я еще не успела с женой побыть. А ты меня чуть довой уже не сделал. Спасибо. Я на ужин, дорогой. Вера, можно тебя на минуточку? Ой, замечательно. Кариш, дорогая, я не знаю, что со мной происходит, как будто не с той ноги встала. Значит, ноготь сломала, каблук сломала, да еще и духи разбила. Ты не знаешь, что у меня сегодня по гороскопу? Сатурн в доме Коха. Громче! Ты можешь громче? Сатурн в доме Коха! Да подожди ты! Игорь, ну я не могу так, я просто сок хотела попить. Кариночка, а что у меня там с луной, а? Луна в третьей четверти. Игорь, ты слышал? Послушайте, а это нельзя как-нибудь по дороге обсудить? Мы на экскурсию опаздываем. Ты с ума сошел, Игорь? Какая экскурсия? Ты что, думаешь, я там по горам буду лазить или на канаты дороги висеть? Карин, ну объясни ему. Да, да, нельзя ехать, нельзя, да. Послушайте, не ехать из-за того, что Сатурн куда-то кому-то не тем боком повернулся, это, по-моему, смешно. Нет, ну... Конечно, если ты очень настаиваешь, я могу поехать ради тебя. Нет, нет. Оставайся, если тебе это так важно. Только, по-моему, это все равно бред. И я не понимаю, как в это может верить нормальный человек.
Мадам, вы были прекрасны в своем прорицании. Боря. Скажи, Калинина, слушай, а ты там случайно глаза вот так не закатывала, как обещала? Иди ты в баню, Парамонов. Спасибо, дорогая, но на сегодня у меня совсем другие планы. Вот, Светлана Игоревна, будешь забивать себе голову всякими гороскопами, станешь как Вера. Да не дай бог, слава богу, что она в номере осталась. Если бы с нами поехала, неблагоприятный день был бы у меня. Здрасте. Здрасте. Привет. А где ваш отец, семейство? А, он отстал немного. А, вот, идет уже. Солнечные ванны, различные массажи. Ожидают вас в нашем спа-салоне. Ты как? Я нормально. Надо будет что-нибудь по дороге. Обезболивающее купить и температуру что-нибудь. Все, поехали. Нет, старик, ты совсем расклеился. Может, не поедешь? Да что вы сговорились, что ли, сегодня все? Карина мне утром, может, и не поедешь. Теперь ты вот, может, и не поедешь. Может, и не поеду, Игорь. Ну как я не поеду, если я Сашке обещал? Саш, может, отпустишь папу, а? Да, конечно, оставайся, папа. Ой, спасибо тебе, сыночек мой. А то, что ты хотел приставку купить, так ты просто маме денег дай, мы сами купим. Ты понимаешь, какое дело, Саш, я деньги-то в номере оставил. Давай-ка в другой раз. Да не вопрос, я сам куплю, потом отдашь. Спасибо. Ты иди отдыхай, давай, поправляйся, а помощь будет нужна. Ты Вере позвони. Зачем же я буду лишний раз беспокоить Веру Павловну? Звони, не стесняйся. Счастливо! Ты где? Голову подними. Ах, ты зачёток мой. Вот так бы и съел бы тебя всю. После вчерашнего, козлик, я не знаю, как ты будешь извиняться, чтобы не остаться голодным. Ага. Здравствуйте, мои дорогие. У нас с вами сегодня очень насыщенный день. Нашу экскурсию мы с вами начнем с главного. Замечательности Крыма – это замка Ласточкино гнездо. Блин, зачем вообще туда ехать, если его из окна видно? Сань, не ной. Вот-вот, ведешь себя как типичный телец. Ты случайно не в мае родился? 15-го. Я ж говорила, телец. На себе посмотри. А я уже посмотрела. Я дева, и мы, кстати, с тобой совершенно несовместимы. А вот с папой совместимость идеальная. Он у меня козерог, правда, пап? Я не знаю, наверное. Козерог, козерог, причем редкостный. Уж поверьте опытному астрологу. Ну, наконец-то. Добрый день. Вам просили передать. Простите, кажется, это вы самая красивая девушка на Земле, которую я должен узнать с первого взгляда и запомнить на всю жизнь. Прошу. Ласточкино гнездо – это великолепный памятник архитектуры, построенный в 1912 году. Об этом замке есть невероятная легенда. Что, какая-нибудь красавица от несчастной любви бросилась здесь со скалы? Совершенно верно. Вероятно, девушка не первый раз на нашей экскурсии. Да нет, просто если скала и море, было бы глупо, если бы кто-то здесь отравился. Очень смешно. Товарищи, следуйте за мной. А сейчас мы зайдем внутрь, где вы более подробную информацию Саш! Знаете. Саш! Свет! Какая потрясающая логика, особенно для блондинки. Неожиданно. Такая пища не тактична для банкира. Ожидаемая. И, кстати, по поводу логики. Просто нужно немножко чаще выбираться из офиса. Это стандартная легенда любого замка. Ну, что же так долго? Баронесса. Этот замок и свое сердце я бросаю к вашим ногам. Боже мой, барон, зачем было так тратиться? Ну, тогда я отдарю вам это море, небо. Забирайте. Вы меня недооцениваете. Боря, боже мой, это Внимание! Друзья мои!
сейчас у вас есть полчаса свободного времени. Поэтому, если вдруг у вас возникнут вопросы по истории замка, прошу обращаться к девушке с двумя детьми. Спасибо. Пожалуйста. А вам не кажется, что перебивать рассказчика — это просто неприлично? Экскурсовод, между прочим, обиделась. Я не перебивала, я поправила. 4 раза? То, что она барона Штенгеля повысила до графа, на это я еще закрыла глаза. Но Александр III никак не мог ночевать в этом замке. К моменту постройки он уже вообще 20 лет как умер. Просто к профессии нужно относиться, я считаю, ответственно. Ну, неважно, кто ты, экскурсовод, банкир или... Астролог. Да, астролог. Мам, а можно в бинокль посмотреть, или это дорого? Почему же дорого? Ну, потому что ты всегда говоришь дорого-дорого. Эй, не знал, что астрологи так мало зарабатывают. Я думал, они вообще ничего не зарабатывают. Я, конечно, понимаю, что считать деньги у банкиров в крови. Просто мы астрологи. Детей не балуем. А мы, банкиры, балуем. Вот так. Санек, держи. Класс, спасибо. Свет, пойдем? Пойдем. Варечка, мы будем считать, что ты прощен. Буря, когда я говорила об извинении, я думала, что ты придешь ко мне в номер с шоколадным батончиком. И этого было бы вполне достаточно, поверь мне. Варечка, тебе не кажется, что мы теряем время? Дорогая, у меня все под контролем. Экскурсия заканчивается в 20:00. У нас полно времени. Ух ты, орел! Мам, глянь, как классно! Ну, давай. Ого! Ё-моё! Вот идиоты! Кто идиоты? Позвольте полюбопытствовать. А вы? Нет. А почему? Вам что, жалко? Жалко? Мне? Нет, мне вообще не жалко. Просто я сама не досмотрела. Извините, пожалуйста. Угу. Нет, мне просто любопытно. Что вы там такого могли увидеть? Кого называете идиотами? Бакланов. Я, может, таких глупых бакланов 100 лет не видела. Угу. Улетели уже. Пальмира Палас, дорогие мои, собираемся, переезжаем на Эфетри. Мам, пошли! Ну, Парамонов. По лестнице расходимся. Вы не пугаете. Спасибо, Борис Михайлович, что проводили. Добрый день. Добрый день. До вечера. До вечера. Какой этаж? Шестой. Открывай! Сейчас! Да не получается! Хвостец уже, Вера! Что, размагнитился? А вот говорят вам, не держите его за телефоном. Ой, нет! Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Я в душ! Какой душ, Вера? Это номер Сидорчуков? Нет! Нет! А, эротическое шоу заказывали? Нет! Нет! Бардак, а не отель какой-то. Извините. Простите. А шоу закажите. Замечательно. Простите. Ты пришла мне в тот номер ломиться. Может, сегодня и правда не мой день? Ну, не твой, он наш, Вера, еще целых 5 часов. Моя солнышко, позвольте вашу ножку. Эротическое шоу, ну ты даешь. Ого. А вы что тут делаете? Да вот в аптеку пошел, спину как прострелило. Какая спина, какая аптека? Что успел, то приду, да?
Хорошо, телефон с собой был. Вот ты же мне сам сказал в Вере Петровне. Mm-hmm. Звонит. А если же такая тут телефон звонит, а я вот. А вы что так рано? Так ветер на Петре. А. Канатка стоит. А дети от дегустации массандровских вин почему-то отказались. Странно. Зато мы пришла купили. Так вы чего, едете, нет? Нет. Ну да, идем, Вера Петровна. Конечно, идем, идем. Спасибо. Какая Петре? Так там ветер. А. Калинина, ты сошла с ума, мы же чуть не спалились, трудно было перезвонить! А ты не мог крутить свои амуры без ресторана, шампанского и свечей? Слушай, давай я сам разберусь, где мне крутить мои амуры! Да, вообще, откуда ты знаешь про ресторан? Я же астролог! Хватит, Калинина! Боря, у меня третий глаз открылся. Подожди, вот опять, вижу танцы, вижу гитару, вижу сомбреро. Слушай, подожди, это... Вижу открытую террасу. Вижу бинокль, через который я вижу открытую террасу. Нет? А теперь я вижу придурка, который додумался свои дюльтеры прямо напротив ласточкиного гнезда устраивать. Подожди, какой бинокль-то? Там есть бинокль? Дошло наконец-то. Так что скажи спасибо, если бы не я, твои амиго сыграли бы уже тебе похоронный марш. Спасибо за приставку, папочка. И, кстати, ты должен дяде Игорю 500 долларов. А что такое адюльтер? Адюльтер это у мамы своей спроси. Не, я лучше у дяди Игоря спрошу. А был бы у меня планшет, я бы в интернете посмотрел. Да, я бы тоже посмотрел. Какой планшет? Мама! Какой планшет? Ну-ка, иди сюда! Слушай, Калинина, ты шантажист малолетний! Как ты ребенка воспитываешь? Так он весь папу. Боль. Вчера тебя куда-то унесло, сегодня их раньше времени принесло. Боря, что происходит? Вера, ну я виноват, что ветер на Айпетре, и что дети не пьют. Слушай, а ты мужчина или кто? Предложи что-нибудь. Ну, я не знаю, но... Ну, может быть, давай ночью, пока он спит. Ага, а может, давай сейчас, пока он ест? Это все, что ты можешь предложить. Такое ощущение, что мне больше всех надо. И последний вопрос, пап. Какие машины ты больше любишь? А, седаны, Б, кабриолеты, В, джипы. В джипы. Ты же у меня уже это спрашивала. Правильно, потому что это тест на совместимость. Светочка, все эти тесты полная чушь. Может быть, но этим тестом проверялись результаты гороскопа, по которому вы с папой абсолютно несовместимы. Тетя Карина, а вы знаете, что вы с дядей Борей по гороскопу вообще друг другу противопоказаны? Вот, все, Калинина, развод и девичья фамилия. А скажите мне, пожалуйста, госпожа астролог, а кто же мне тогда подходит? Может быть, тетя Вера? Нет, у львов со скорпионами яркие, но недолгие отношения. А вот девы и козероги отлично сочетаются, так что папа и тетя Карина идеальная пара. Нет, ну что требовалось доказать? Я предлагаю с этого момента официально считать астрологию лженаукой. Карина, а ты уже спрашивала у Игоря? Ладно, я сама спрошу. Игорюш, у Кариши есть заветная мечта, которую ты должен исполнить. Карина очень мечтает погрузиться с аквалангом. Да? Да? Да! Кариша, ты не стесняйся. Игорь же ничего не стоит. Правда, Игорюш? Я предлагаю завтра устроить мастер-класс. Ну, я не знаю... Что значит не знаю, Игорь? Тут человек мечтает, а тут такой шанс. Нет, если есть острое желание и необходимость... Это не острая необходимость. Это мечта всей жизни. Такая? Ну... Да. Типа того. Ну вот, типа того. И договорились. Старик, слушай, я тебе так благодарен. Калинина, что ты сидишь? Ну скажи спасибо человеку. Да ладно. Спасибо. Большое. Mm-hmm. Дай бог. Ну и как это называется? 3 дня в Крыму и только позвонил? Что, как женился? Совсем сюда дорогу забыл, а? Не волнуйся, ты у меня в навигаторе. Я в навигаторе. Ну, теперь понимаю, почему тебя не было 3 года. Такую красавицу от нас спрятал. Знакомь с женой. Нет, я... Вы что? Ну, вообще-то это не жена. Это ее подруга. Знакомься, Карина. Карина, Влад, держи краба. Подруга.
И помните, все, что происходит на Черном море, остается на Черном море. Влад. Понял, понял. Саныч, дуй сюда! Наконец-то. Я уж не думала, что это когда-нибудь случится. Да я и сам не думал. Только вроде трубы поменяли, а оно опять потекло. Вы, дамочка, заливаете. Мужчина, а это надолго? Может, полчаса, может, полсуток. Ой, а может, вы тогда после обеда придете? Это, может, вы, дамочка, после обеда придете? Пойдите на пляж. Вы же все-таки на море приехали. Ага, давайте я сама буду решать, зачем я сюда приехала. Хамло. Соскучился я, чертяк. Ну что, свою подругу жены сам проинструктируешь? Не-не-не, старик. Ты инструктор, тебе и карты в руки. Что, я буду твой хлеб отнимать? Вообще-то могу попробовать. С чего ты говоришь, там инструктаж начинается? С азов. Что дальше? Зайка, я пришел. А ты где? Зайчик, ну где ты? Ты что, сегодня решила принять меня в душе? Зайка, а вот и я! Ускакала твоя заинка. Куда, не сказала? Сказала, что не должна передо мной отчитываться. Если не с кем выпить, то ты давай это, наливай. Вон из крана попьешь. Ух ты. Здесь на поясе плотно на липучку. Поднимите волосы. Здесь. Застегиваем. Так, и главное, когда будете погружаться, не забудьте прижать маску вот так, иначе рыба не оценит ваш макияж. Главное, чтобы они оценили ваше чувство юмора. Повторяем азбуку дайвера. Всплываем, погружаемся. Все хорошо, проблемы с глазами, ушами, с дыханием. Запомнили? Нет-нет-нет, вот это ослаблять не надо. Баллон должен плотно прилегать к телу. Баллон, а не инструктор. Карина, прекратите ерничать. Вы хотите погружаться или нет? Хочу, наверное. Недаром же я сюда приехала. Прекрасно. Тогда слушайте. Я слушаю, Игорь, слушаю, но вы лучше мне показывайте. Показываю. И желательно на себе. Блин, тетя Вера, меня из-за вас убили. Все, теперь на твоей совести смерть капитана Парамонова. Детвора, внимание! Алло, я вопрос задала, дядь Боря где? Он сказал, что не наше дело. Значит, скорее всего, в баре. Детишки, а че вы в номере сидите? Вы же на море приехали, пошли там в бассейн поплавали. Мама сказала, чтобы я один из номера не выходил. Или вы с нами пойдете? Играйте. Ну что, готовы? Отлично. Тогда на счет три. Один, два. Нет, подождите, давайте на счет семь. Оно просто счастливое число. А может, тогда лучше на счет 12? По числу знаков зодиака. Вы что, испугались? Ну, капельки. Смотрите. Потому что под водой главное спокойствие и никакой падики. Не дождетесь. Когда? 11. 12!
Филипп! Я же показывал, знаками показывал. Дай подышать. А я тебе показываю знаками. Вези меня домой. О, Боже. Что вы меня лапаете? Я не лапаю, я подталкиваю. А что, других мест для подталкивания нету? О, Боже, нужны мне ваши драгоценные места. Не трогайте вы меня. Так, пожалуйста. Помогите! Не, Бур, ты нормальный, а? Ты где лазишь? Я тебе звоню, что у тебя с телефона? Так, Верунчик, я в лифте был, так у меня тоже телефон выключен. Ну, я, наверное, тоже в лифте была. Ага. Я к тебе зашел, у тебя там сантехник, ремонт. Да? А у тебя война. Ты эту приставку нахрена им купил? Ну, надо же было детей как-то отвлечь. Отвлек? Молодец. И что теперь делать? Что делать? Дорогая, дядя Боря сейчас все решит, как всегда. Закажи себе капучино. Добрый день. Добрый день. У меня тут такая ситуация. Какая? Ко мне внезапно приехала моя любимая тетя. Вот. Она очень больная женщина, и у нее бронхиальная астма. Врачи прописали ей смену климата. Вот. И она, у меня в номере там жена, дочь, то есть сын. Извините, можно у вас номер снять на сутки? А что, доктора прописали смену климата только на сутки? Да. Нет. Она, в смысле, по проездам она. Она там вещи завести, душ принять, а дальше все, что доктор прописал. Айветрит, горный воздух, процедуры. Мама у меня вообще человек неугомонный. Тетя? Ну, она мне как мать. Ну что ж, понятно. Постараемся вам помочь. Спасибо большое. Карина, подождите, вы меня вообще слышите или нет? Я не хочу вас слышать больше, не хочу. Я вам еще раз повторяю, я пытался вас спастить. Оставьте себе жалкое оправдание при себе и перестаньте меня преследовать. Привет. Привет. Ой, а вы что, все уже, да? Вот еще бы чуть-чуть и все. Угу. А ты что тут делаешь? А я, ты знаешь, я решил экскурсии прикупить. Потому что надо как-то завтрашний день планировать, сегодняшний-то все уже. Вот. Так что вы говорите, у вас есть там из экскурсии на завтра? На завтра? Есть. Сафари-парк. Сафари-парк? Он же, ты же представляешь, это же... Простите, а на тетю тоже брать будете? Конечно, буду. На двух теч и двух дядь с детьми. Слушай, сафари-парк я никогда не был. Ты был когда-нибудь, нет? Нет. Говорят, впечатление просто замечательное. Парк Львов Тайган в Крыму. Это первый в Украине сафари-парк, где в полусвободных условиях содержится около 50 львов. Парк Львов есть в Танзании, Кении, но это первый такой единственный в Европе. И где? Здесь, в Крыму. Он находится возле потрясающей горы Белая Скала и озера Тайган, в честь которого и назван парк. Здесь собрана масса редких животных, которые прекрасно размножаются в неволе. Для них здесь созданы все условия. Скажи мне, пожалуйста, почему зоопарк? Почему не музей щорс или кунсткамера? Вера, что мне нужно было делать? Я был на грани провала. Пумы, леопарды, тигры и более 30 львов. 30? Даже больше. Ой, а где же вы их всех подобрали? 5 лет их собирали по зоопаркам России, Украины и даже Европы. Парамонов, я смотрю, тебя это больше всего сейчас волнует. Да нет, Верусик, ну это не так. Ну 30, ну это же нереально. Нереально другое. Быть 4 дня на отдыхе, а отдыха так ни разу и не было. Особым достоинством парка являются уникальные белые львы. Белые? Ой, а... Это мне одному интересно, наверное, да? В парке можно провести весь день и даже переночевать. Кстати, рекомендую воспользоваться услугой «Львенок в номер». Львенок? Скажите, пожалуйста, а что здесь и гостиница имеется? Здесь отличный отель. С видом на сафари. Справа вы видите вольер с животными, а слева готовится эстафета, в которой может принять участие любая семья. Главный приз – это бесплатное посещение дельфинария на всю семью и путешествие на пиратском корабле. На пиратском корабле? Дельфинарий! А какие условия? 2 взрослых и 2 детей. Мама, ну давай поучаствуем! Да, давай! Ну, пожалуйста, мам! Как? Да на мне живого места нет. Ты что? Ну, мам. Ну, мы не можем, у нас папа раненый. О, а вы нашего берите. Он пока целый. Ну, честно говоря, после вчерашнего не такой уже целый. Ой, не прибедняйтесь. Да, дядя Игорь, пожалуйста. Да, давай. Дядя Игорь. Игорь, в самом деле, вы
постойте за честь семьи Парамоновых Макаровых, а мы с Верой Павловной поболеем. Постойте за нашу честь. Да, постой, па. Эстафета! 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 Нас приветствует сафари-парк «Тайга» и наша традиционная семейная эстафета. Первый конкурс нашей эстафеты. Скажите, это шоу долго идет вообще по времени? Эстафета обычно около часа. Слышишь, Боря, у нас будет ровно час. Посвяти стоп минут 5 для вида и приходи. Стартовать можно было гораздо раньше. Да, надеюсь, вы догоните. Я в гостинице. Карина, Игорь, дети! Видите, что молокаши ели? Как вы сели, так и поехал. Ты себя виноват. Нет, конечно, я. И наш второй конкурс – веселые пони! Пони? Пони! Макаровы! Что, я болею? Это заметно. Здравствуйте, мне нужен самый лучший номер. К сожалению, все номера заняты. Но если вы закажете услуги... Я заказываю все услуги, но мне нужен номер и быстро. Простите, любезнейший, это уже у вас на сухе, да? На сухе. Фотографироваться 20 гривен. О, я вижу, пошел деловой разговор. Скажите, а с кем можно переговорить по поводу приобретения? Приобретения? Да. Ну, это с менеджером по насухам. А где же его найти? В принципе, он перед вами. Вообще боюсь вас трогать. Да, прижимайте, я говорю, трус. А, вот так хорошо. Послушайте, это шикарные насухи. Таких насух в Москве по пальцам пересчитать. Да, это я вам говорю. Что? Еноты? Сейчас я узнаю. Любезнейший, простите, пожалуйста, а с кем можно переговорить насчет енотов? Это только с менеджером по енотам. А где он? Он перед вами. Сколько? 200. По рукам. 500. Договорились. Спасибо большое. Было очень приятно иметь с вами дело. Всего доброго. Лямурами интересуетесь? У вас что, лемуры есть? С кем? Он перед вами. Ну что же, а? Мы, скажу, между прочим, выиграли. Да. Ну а мы вот со свиньей проиграли. Победила команда «Левиата». Услуга в номер. Это что такое? Это Боник. Бонифаций. Да быстро уводите этого кошака отсюда. Вы же сами заказывали. Да ничего не заказывал, вы с ума сошли. Ну, Боря. У вас нет лемуров? Да вы что, это же сейчас самое вообще модное животное, Марго. Это замечательно. Кич, пик сезона. Да это я вам говорю. Послушайте, я звоню из Кении. Здесь безумно дорогой роуминг. Кого? Ленка? Годовалые львята по десятке, полугодки по пятерке, новорожденных отдадим по трешке. Как, скажите, а можно как-то договориться на нулевом цикле? Можно. Встречаем победителя нашей победы! Семью Макаровы! Ура! Какая красивая семья! Здравствуйте, семья Макаровы, мы Парамоны!
Верунчик, представляешь, наши победили. Не понял. Поздравляю. Теперь понял. Ты хочешь, меня паралич разбила? Да. После вчерашней эстафеты еле встала утром. Может, дядя Игорь хочет? Да, дядя Игорь, ну, давай. То есть вы хотите, чтобы паралич разбил меня? Спасибо вам большое. Пап, ну ты должен заниматься спортом. Я регулярно занимаюсь спортом. Раз в месяц, не спеши меня. Раз эти карьи. Да, это не серьезно. Не надо, конючий. Слушай, ты меня русский язык, ты понимаешь, Саша, все. Папулечка. Эй, так вы куда? Мы на зиквах будем кататься или нет? Мадам, позвольте предложить вам масло пихты. Его свойства совершенно замечательно позволяют забыть любые обиды. Борис, а ты зоолог или биолог? Я в первую очередь бизнесменом. Берут, ну на сухе по 700 баксов, но я не мог не загореться. Вот с вами на сухе за 700 баксов и развлекайся. Вер. Друзья мои, сударыни, товарищи, ну что ж вы такие грустные? Господи, умоляю вас, немножко веселее. Это же 18 век. Взятие Бастилии, обезглавили монарха, русско-турецкая война, четвертовали Емельяна Пугачева. Такие веселые времена, вы такие кислые. Умоляю вас, улыбаемся. Внимание! Опа-на! Молодцы! Пошли. Слушай, давайте тоже сфоткаемся. Я эту дурацкую шляпу не одену. Так не обязательно в шляпе. Там есть куча других костюмов. Прекрати дуться. Послушайте, а вы уверены, что идея хорошая? Это ж переодеваться надо. Обещаю не взваливать на твои хрупкие нетренированные плечи тяжелые доспехи. Свет, да что ж такое происходит сегодня-то? А вот вы где? Я вас потеряла. Че стоим? Да вот, предложение поступило сфотографироваться. Какой сфотографироваться? В этом барахле на такой жарюке. Поехали лучше в этот, в аквапарк. А мне кажется, замечательное предложение. Будешь что вспомнить? Если вспомнить больше будет нечего. Пойдем, дорогая. Давай, аквапарк в следующий раз. Боря, идешь? Да. Не, ну если только в костюме мушкетера там. Просто всю жизнь мечтал. Здрасте. Спасибо. Потрясающе, друзья мои, боже мой, да от вас просто повела эпоха. ВДНХ, Савиахим, Волга-Волга. Давайте немного сменим композицию, товарищ адмирал, по центру становимся. Адмирал, да, по тебе правда идет военная форма. Ой, Свет, военная форма идет каждому мужчине, да, Карин? Ой, даже не знаю, Борис Михайлович, на вас прекрасно сидит форма зоотехника. Такое ощущение, что вы переоделись в свою рабочую. Послушайте, а вы случаем не военная, а? Форма как родная. Да, вам и правда идет. Ну, просто мой дед был комдив. Они, кстати, с бабушкой в Крыму познакомились. А мои родители в Севастополе. Да? А я потому что на практике деятельность потерял. Что потерял? Ничего, Саша, это я так, разговор поддержать. Давайте все дружно скажем. Ликбез! Ликбез! Погода, настроения нет. В номере бардак, невозможно ничего найти. Калин, ну ты прибралась бы хоть что ли? Парамонов, ты успокоился бы что ли? Я тебе что, уборщица? Позвони в ресепшн. Да при чем здесь ресепшн? Ну, пожалуйся. И вообще, да что при чем ты расскажешь здесь в трусах? Когда ты Вере будешь показывать, это рабочая крестьянская ню. Слушай, ну я поэтому расскажу, что их нигде не могу найти. Да, я вырубаю приставку, идем на пляж. Давай, давай, вставай, собирайся. Ну, где они могут быть, я не понимаю. Ой, Борюсь, я не слежу за миграцией твоих туслей. Я их все утро ищу, ну где они? Ну не могли же они испариться, Давай я тебе дам Сашки на плавки, оденешь будут как стринги. Вере понравится. Вот это сейчас не смешно было. Че, не смешно? Нет. Это запиши, а не смешные шутки, это твой конец. Ну что ты, ох ты, язвой какой стала, Калинина. О, не за такую ладу, Калинина, я в восьмом классе-то дрался. Дрался. Это когда тебе Левкин догнал и возил мокрый полинолиум. Кто возил меня полинолиум? Какой Левкин? Ты была там? Все, достал меня. Все, Парамонов. Саша, ну сколько можно говорить, Санек? Саш, ты нормальный человек вообще? Я целый час по номеру хожу, ищу свой флаг, ты на них сидишь и молчишь. А ты чё орёшь на моего ребёнка? Кто орёт на него? Я просто, можно же сказать словами, дядя Боря, вот ваши плавки. Так он же целый день сидит в эту приставку идиотскую, тык-мык, рубится. А ну не ори на моего ребёнка, ты ему кто? А ты-то что, разнервничался? Я не понимаю, что у нас глазки забегали, ручки затрясли, что такого? Я просто сказал и сделал ему замечание. Плавки лежат, он молчит! Ты достал со своими плавками! Калинина, стой! Ну-ка, стой, я сказал! Не вздумай ты!
Я все понял. Че? Я понял, в чем дело. В чем? У тебя когда последний раз секс был? А у тебя? Чумичка, а? Твое? Нет, конечно. А это... Вы знаете, мне вообще вчера носки в тарелку прилетели. Это не отель, а общага какая-то. Вот, абсолютно правильно, абсолютно. О, Кариночка, привет, дорогая. А вы что, у бассейна? А мы решили на пляж. Да? Ну, хорошего вам отдыха. Спасибо. Папуль, может, мы тоже в бассейне поплаваем? Я, в принципе, не против. Что значит не против, Игорь? Что значит не против? Мы же договорились. Какой смысл приезжать на море и торчать у бассейна? В этой хлорке киснуть. А какой смысл киснуть среди водорослей и медуз? Пап, выбирай. Девочки, я сказал, мне все равно, лишь бы вы не ссорились. Тогда разделимся. Вера идет на пляж, а я стою здесь. Да, Верочка? Прекрасное предложение, милая. Вера, ну это что, было так принципиально? Да, это было именно принципиально. Ты что, не видишь, как твоя дочь манипулирует людьми? Я не хочу торчать у бассейна. И завтра в дельфинарий я ехать тоже не хочу. Ты не хочешь в дельфинарий? Я хочу на пляж! Здравствуйте. До свидания. Спасибо. Ой, а я вас на пляже ищу, а вы решили тут, да? Не, ну правильно, что там делать на этом море? А Вера Павловна на массаж пошла? На море. На море. Мы разделиться решили. Свет вещи не разбросал. Ну, это правильно, в принципе. Демократия в семье – это вообще очень похвально. А... Детвора, слушайте, а может, по мороженому, а? Саш, Свет! Спасибо, как-то не хочется. И я не хочу. Не хочу. Карин, ну пломбир, сладенького, сладенько. Ну, я ж по глазам вижу, что ты хочешь. Ты забыл, дорогой, что я не люблю сладкого. Сладкого не любишь, да? Не хочу. Очень странно. Такая жара, кошмар. Так ты снимай штаны, давай. Окунись. Вот. Что это за язва такая? Ты язва, понимаешь? Да, язва да, самая натуральная. У тебя язва? У меня? Нет, у меня, ты знаешь, эрозия была. А сейчас все нормально. Ничего страшного. Так ты сходи поешь что-нибудь. Я не хочу. А, да, да, нужно же сходить поесть же. Надо со здоровьем вообще шутки плохи. Надо что-нибудь диетическое, чебурек там что-нибудь. Так может... Не, от фруктов у меня... Все, пошел. Солнце мое. Иди уже. Ну что мне без тебя делал, да? Все, сейчас, я скоро. Вот так вот. Извините. Нет, спасибо вам, конечно, но вообще-то я хотела позагорать. Простите, я... Нет, я просто подумал, такое солнце, у вас кожа такая белая. Интересно, это... Давно вы стали обращать внимание на мою кожу? Мужчина, куда вы мой зонтик утащили? На минуту отойти нельзя. Тоже мне отель. 5 звезд. Говорили люди, поезжай в Анталию. Простите. Алёшка, а ну надень панамку. Людочка, ну не начинай, а? Что ты меня позоришь? Здесь же люди кругом. Я ещё не начинала. Тысячи лет я был заточен в этом сосуде, но ты освободила меня, моя госпожа. За это я исполню 3 твоих любых желания. Или 1 желание 3. Отвали. Осталось 2 желания. Думай хорошо, моя госпожа. Это ты, Хаттабыч, в следующий раз думай головой, а не своей тюбетейкой. Иначе останешься в одиночестве еще 1000 лет. Вер, ну ты че, Вер? Ну, подожди, хочешь что-то съел? На Соню знаешь себе куда? Куда? Боря, придумай что-нибудь пооригинальнее. Вер, ну подожди. Отвали. Берусь.
Вер, подожди! Вер! Вера! А деньги? Тест-драйв! Водичка просто прелесть. Угу. Я тут себя на мысли поймал. Представляете, последний раз был в Крыму, когда он еще не считался заграничным курортом. Представляете? Это ж, когда это было? Ну да, 8 класс. Это июль 89-й год. В Артеке. Ну этот, 25 лет назад. Это ж юбилей получается. 25 лет. Ну, в смысле... Сань, надень на рукавники, сходи поплавай. Я не хочу, мам. Ну, шляпу тогда надень. Да не хочу я, мам. Вот характер, а. Александр, вы так будете томиться на солнцепёке? Или, может, все-таки окунетесь? Да как-то не хочется. Сань, не парься, будь мужиком. Скажи всего лишь 4 слова. Я не умею плавать. Вот заколебала ты, я умею плавать. Не желаете коктейль? Да что вы. Вы читали, что пишет о вреде алкоголя? Я даже бросила. Читать. Вы что, вы любите Довлатова? А вы знаете, что это Довлатов? Нет, ну правда, многие думают, что это анекдот из интернета. Ну тогда прыгни. Прыгну. Ну и прыгни. Да прыгну я, понимаешь? Прыгну. Подождите, подождите. Ну? Быть может, вы еще и Солженицыным увлекаетесь? Саша? Ну я бы не стал так фамильярно, это все-таки Нобелевский лауреат. Саша! Ты как, воды нахлебался? Мам, да все нормально. Ну что нормально? У меня чуть сердце не выпрыгнуло. У него все нормально. Марш к шезлонгу и к бассейну не ногой больше. Да пожалуйста! И поспокойнее мне там. Что, трудно с пацаном, да? Да одной, конечно, трудно. Это я образно. Просто Борису ему далеко до идеального отца. Он и сам как ребенок. Скажите, пожалуйста. Да? А в спа-бассейн работает? Да, конечно. Причем круглосуточно. Только зачем вам бассейн, когда на море отличная погода? А море грязное. Дрянь всякая липнет. Нормально плавать не дает. Цветы где можно заказать? Букет. Молодец. Молодец, хорошо. А теперь вдох, выдох. Может, все-таки наденем на рукавники, а? Карина, доверьтесь мне. Да, мам, доверься дяде Игорю. Так, что за разговорчики? Не забываем про дыхание. Дыхание в этом деле самое главное. Запомнил? Угу. Додумался, да, воду сигануть? Это я додумалась. Ну, в смысле, это я Сашку спровоцировала. Да ладно, Светуль, ну, это просто мальчишки. Они сначала делают, а потом думают. Причем, что характерно, в любом возрасте. Так. Надеюсь, вы не над нами смеетесь? Над вами. Над вами. Ну, ничего, ничего. Смейтесь. Мы вам еще покажем и кролем, и брасом. А ну, Санек, давай, покажи маме, что умеешь. Давай. Вдох. Выдох. Мама, смотри! Давай, давай, давай! Ничего, ничего, все нормально. В этом деле главное не сдаваться. 2 недели и сможем хоть на соревнования. А вот этот вот хихикающий фан-клуб будет у нас еще автографы брать. Да, чемпион? Да! Опа! Боже мой! Как романтично. Прям как сцена из кино. Я еще не на такое способен. Он заинтриговал. Ну, конечно, если этот букет мне, я бы хотела получить его в целом виде, а не по частям. Секунда, и он будет у твоих ног. А я ищу вас везде, что же. Где вы ходите? Какие красивые цветы. Это кому? Кому?
кому она спрашивает еще такие вопросы, задаешь, конечно же. Путь. Поздравляю тебя. Спасибо. Дорогая. Не за что. Приятно, приятно. А что за повод? Ну, если не секрет. Игорь, мне, чтобы подарить своей любимой женщине цветы, повод не нужен. Запомни это. А куда вы собирались? Куда шли? А мы в номер переодеться на ужин. А, что ж вы не стоим? Тогда переодеваться и на ужин уже. Да. Надо скорее же, да? Мужчина, зоопарк был вчера, а сегодня дельфинарий, ясно вам? Мужчина, а вы куда столько пива набрали? Там будут дельфины, а не вобла. Дорогие мои дельфинарии. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Чемпион, привет. Привет. А я смотрю, вы сегодня тоже не полным составом, да? Да, папа на рыбалку уехал. Ясно. Да, предпочел умным млекопитающим глупую доверчивую кипай. А Вера на грязевые ванны записалась? Понятно. Ей как будто не хватает 10 минут среды обитания. Светлана, вам не кажется, это была слишком злая ирония? Простите, папа, сама не знаю, в кого я такая. Молчу, молчу. Девушка, ну я вам второй раз повторяю, перенесите грязи на после обеда. Ага. Доставка в номер, шампанское, фрукты и разбитое сердце. Остальные органы в порядке? Более чем. Ну, проходите. О, благодарю вас. Означает ли это, что моя белая госпожа меня простила? Бочка, милый, ну подожди, наши еще не уехали, Бочка. Ну какая разница, уехали они или нет? Подожди, Борис! Как я? Стой пока шампанское, я пойду посмотрю. Может, ты в салонах все был. Ладно. Слушайте, моя белая госпожа. Ой, спасибо, это да, ваша. Моя? А, нет, это моя. Идемте. Прошу. Позвольте. Спасибо. Аккуратно. Интересное кино. Да. Фирма «Альбатрос». Просим подтвердить экскурсию на завтра на 4 человек. Вы ошибаетесь, на 6. Извините, но тут 2 взрослых и 2 детей. А вы что, не в курсе? Теперь в курсе. Моя богиня, поднимаю этот бокальчик кисленького за тебя, сладенькую. Да, такими темпами, глядишь, и без всего останешься. Верунчик, золотые слова. Я жду не дождусь, когда ты останешься без всего. Конфета моя. Верунчик, ты читаешь мои мысли. Закуньте спины или ладно, а? Верунчик, я хочу потереть тебе спинку. Сама так, сама. Верунчик, только я недолго, я прошу тебя, а то я сойду с ума. Приехали на этот полуостров любви, а тут ни любви тебе, ни полюбви, ни четвертушечки. Верунчик, тебе-то кому рассказать? Никто не поверит. Борюсик, не надо никому ничего рассказывать. Настушечка моя, а зачем ты так оделась? Я знаю, ты очень строгая учительница, а я очень нерадивый ученик, да? Нет! Нет, ты продюсер, а я очень-очень хочу попасть в бизнес. Борис, а ты вообще можешь думать о чем-нибудь другом? Ну, сейчас нет, а надо? Иногда надо, Боря, иногда надо. Куда ты, Верочка, на сушечку моя, куда ты? Постой! Ну что я опять сказал не так? Я возьму все свои слова назад, Вер. Ну скажи хоть что-нибудь! Ширинку застегни. В дельфинарий, пожалуйста. Куда? Зачем дельфинарий, Веронь?
А? Зачем дельфинов? Еще минут 20. Ой, вы 20 минут назад говорили то же самое. Ну, а я что могу сделать? Радиатор закипел. Вер, Верунчик, ну я молю тебя. Ну, давай вернемся. Ну, зачем вы вообще туда едете? Боря, у этого радиатор закипел. Мне кажется, у меня сейчас мозги закипят. Я тебе 100-й раз повторяю. Мне надо там быть, понятно? Это тебе там надо быть, а я там как появлюсь? Я вообще на рыбалку уехал. Да что им скажу? Ты раньше придумывал что-то, а сейчас он не может, да? Не могу я... Боря, что ты там говорил этой Ладе с мужиками? Да что ж ты прицепилась к этой Ладе? Да ну ничего особенного. Ну, два раза была замужем, и оба неудачные. Первый алкоголик, второй бабник. Все как у всех, все! Значит, третий был бы не лишним, да? Третий? А что, он хороший вариант, нет? Таксистом. Боря, ты идиот или как? Ты вообще о чем другом думать можешь? У меня мужа уводят. Да кто? Кто у тебя мужа уводит? Ну долго Лада, еще? Ладно, мы же сами с ней договорились, что она возьмет Игоря на себя. Так, все, мы едем или нет? Я не понимаю. А мы идем в перевернутый дом. Да, я хочу. Я билеты в Дом сказок купил. Дом сказок? Значит, мы идем и туда, и туда. Мы идем в дом разы... Извините, пожалуйста, это я... Прекрасно смотритесь. Фу. Привет, а вы откуда? А вы нас не ждали, да? Нет, ну ты же сказала, ты пошла на грязи. А грязи закончили, сказали, в понедельник завезу. А я, это самое главное, к отелю, значит, иду, смотрю, Вера Павловна выходит, думаю, ой, Вера Павловна, а вы куда, к нашим, случайно, да? Она говорит, к нашим, ой, я говорю, ай да вместе, ну вот мы, собственно, и приехали. Так ты же на рыбалке, па. Ну, на рыбалке рыбы нету, я стою, что мне там делать? Я к вам, так сказать, у вас-то рыба есть, вон. Ну, а вы как? Без тебя, Вера, было очень хорошо, а как будет теперь? Это уже вопрос. Да, это очень большой вопрос. Игорь, по-моему, это уже перебор в юморе, тебе не кажется? Свет, кому-то надо извиниться. Это была всего лишь шутка. Шутка. Видишь, даже у дельфинов есть чувство юмора. Свет, кому-то надо извиниться уже дважды. Думаю, стоит? Думаю, не стоит. И я думаю, что не стоит. Я не буду извиняться. Да, и я тоже. Света, прекрати поясничать. А зачем она приехала? Зачем она приехала? Зачем она приехала? Сел бы там все твои грязи. Грязи. Света, хватит, я сказал, прекрати. Прекрати и извинись сейчас же. Я не буду извиняться. Я сказал извинись. А я не буду извиняться. Ах так? Все, развлечение закончено, мы едем в отель. Я никуда не поеду. Это мне решать, куда ты поедешь, а куда нет. Выезжай! Сань, да, подержи. Я ну, конечно. Ну, сейчас я в дом верну. Свет! Светуль! Малыш. Малыш. Чего ты плачешь? Свет. Ну, хорошая моя, ну чего ты плачешь? Почему? Почему он на меня кричит? Что я такого сделала? Ну, он кричит просто потому, что очень сильно тебя любит. Ты ему совсем не безразлична. Понимаешь, вот я на Сашу. Ты знаешь, как я иногда на Саню кричу? Ого! А на нее он никогда не кричит. Ну, хорошая моя, ну не плачь. Ну, родная, ну, я тебя понимаю, как никто другой. У меня же тоже родители развелись. И папа женился на тете Ире. Я ревновала ужасно. Мне казалось, он ее любит больше, чем меня. Это так обидно. Обидно. И что ж ты делал? Что? Бунтовала. Как и ты. Два раза из дома сбегала. А потом как-то пришла и увидела, как папа плачет. И я поняла, что делаю больно ему, понимаешь? Ведь это плохо. Плохо. Представляешь, как ему нелегко.
Он между вами разрывается. Ну, ты представляешь, ты хочешь одного, Вера все время хочет другого. А что ему делать? Ну, надо ведь немножко уважать его выбор, даже если он тебе не очень нравится. Даже если по тестам Вера ему не подходит. Ну, что тесты? Тесты ошибаются, малыш. А я не говорю уж о людях. Мне поначалу, вон, папа твой, жуть как не понравился. Просто ужас. Да ладно, он же классный. Конечно, классный. И добрый, и милый, и заботливый. И я тебе больше скажу. Нет, больше я тебе, конечно, не скажу. Втюрились, да? Светлана Игоревна, вы что, вы не меняете тему для разговора. В общем, пройдет время, и Вера мне понравится. Точно. А пока нужно немножко поменьше реагировать. Я попробую. Пошли. Так мы втюрились или нет? Нет, ну ты посмотри на нее, а? Я обещаю, что я не скажу честно слово. Объясни мне, ну что происходит? Ну. Все. Я просто уже устала объяснять. Оставь меня сегодня в покое, и все, спасибо. Что значит оставь в покое? В каком смысле? Эй, командир, Вер? Тут не хватает. Мозгов у тебя не хватает. Мы тебя сколько возле дельфинария ждали? Час. Все, до свидания. Верунчик, Вера. Добрый вечер. Добрый вечер. Вера Павловна, подождите, пожалуйста. Даже не думайте. Сейчас сорветесь, а потом что, начинать сначала? Нет, нет, что вы. Я просто хотел вспомнить запах табака, не более того. Я так и поняла. Ну. Да, Карина. А? Я вас хотел поблагодарить за Свету. А, да что? Какая благодарность? Ну вы как? Помирились? Ну, почти. Эх вы. Я педагог не то чтобы плохой, но до Макаренко мне далеко. И вам спасибо. Мне? Ну, за то, что Сашку плавать научили. Что вы, это пустяки. Я надеюсь, Борис... Нет, 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 вон. В смысле, он, конечно, делает все, что может и старается, но... Ему до Макаренко не то, что далеко, там... Верунчик, я правда не понимаю, что значит нам нужно временно прекратить наши отношения? Боря, то и значит. Ну как их можно прекратить, когда они вообще здесь у нас не начинались? Родной, я прекрасно понимаю, как тебе тяжело. Да не то слово. Боря, так сделаем вид, что этой поездки как бы не было. Хорошо, вернемся к этому разговору в Москве. Пока-пока. Зачем нам тянуть до Москвы, когда мы можем поговорить об этом сейчас? Боря, да. У тебя только одно на уме. А у меня, между прочим, семья рушится. Верочек, ну при чем здесь семья? Да, ну, что ты хочешь? Поговорить. Да. Вы сказали что-то? Я? Нет. Нет? Послышалось. Я думал, вы... А? Я? Да. Нет, я ничего. Хотите кофе? Кофе? Кофе. Можно. Только как? Доверьтесь мне. Боря, неужели ты не видишь? Они постоянно вместе, на этом дайвинге вместе, на эстафетах вместе. А эти комплименты на набережной, они даже сегодня из дельфинария вместе уехали. Подожди, Верусь, они же уехали с детьми. Да почему без меня, Боря? Потому что мы же сами этого хотели. Но, Верусик, ну все же идет по плану. А мы ни разу этим не воспользовались. Между прочим, по дороге сюда был чудный мотель. Мы вам... Боря! Господи, да когда ты оставишь меня в покое уже, а? В каком смысле? Да в прямом. Борис Михайлович, наша фирма больше не нуждается в ваших услугах. Так понятно? Замечательно.
Это что ж получается, я вам, оказывается, услуги оказывал, да? Нет, я млела от чистой и большой любви к вам. Что, не млела, да? Боря, ты в своем уме? Ты думал, я променяю Игоря на тебя и твоих носок? Ты слишком ошибался, Боря. Вот так вот, да? Да, вот так, все, давай, гуляй! Да сама ты гуляй! И покрашу тебя найдем, мне вон только свистнуть! Свистульку не сломать! Интересно. Да, я, кажется, поняла, вы позаботитесь о моем здоровье, да? Угу. Сначала о моей белой коже, теперь вот о сердце, видимо, да? Решили, что кофе на ночь мне вредно. Мам, тебе тут кофе принесли. Мам, можно я пойду со Светой погуляю? Только недолго. Ваше здоровье? По-турецки? Да. Можно погадать на кофейные гущи. Игорь, куда же делся ваш вечный скептицизм, а? У меня возникло такое ощущение, что меня ждут какие-то перемены. Вы действительно хотите узнать ваше будущее? Я же ух! Конечно. Только если в нем будет все хорошо. Ну, это же не от меня зависит, а там. Ну, ладно, почему бы нет? Допивайте кофе, выливайте в блюдце. Ну, какие ассоциации? Ну, смотрите, смотрите. Красивая женщина. Игорюша, сладкий, ты где? Я пришла. Игорь! А вот и ответ. Калинина! Да, пожалуй, вы правы. Калинина! До завтра. До завтра. А куда это ты собрался? Не ты, а мы. Ох, простите, великодушно, куда это вы собрались? Слушай, Калинина, ты давай, не умничай. Собирайся, все, отпуск закончен. Благодаря тебе, между прочим. Извините, а чем это я провинилась, а? Ты не понимаешь, да? Не понимаю. Не понимаешь? Не понимаю. Че ты пристала к этому Игорю? Я пристал? Нет, я пристал! Извините, хороший вопрос. Может быть, потому что ты меня просил об этом? Подыграй мне, побудь с ним, отвлеки его. Просил, но ты перестаралась, мать, ты переиграла. Ах, ну извините, актриса из меня, может быть, правда не очень. Зато ты гениально сыграл любовника, прям Брэд Питт отдыхает. Игорюша? Игорюша? Да. Я соскучилась. Вер, я занят. Я очень соскучилась. О, прости. Да, слушай. Нет, это я не понимаю. Вы что, вообще без меня решите? Ты меня слышишь или нет? Лена, я что, неясно сказал? Мы уезжаем. Пока. А мы остаемся. Так я не понял, что значит мы остаемся? Что значит мы остаемся? А что, его номер оплачен, Сашке здесь очень нравится. А ты? Если поссорился со своим мамзелью, то вперед, счастливого пути. Хорошо, оставайтесь. Счастливо. Мама, куда это дядь Борь? Уехал. А теперь приехал. А ты что, забыл что-то? Нет, а почему, собственно, я должен уезжать? Пусть она валит отсюда. Это, в конце концов, у меня отпуск. Дел у меня дома никаких. Дома меня никто не ждет. Я похожу, позагораю, покупаюсь, погуляю там. Достопримечательности посмотрю, в конце концов. Да, нет, другое. Сань, давай иди спать. Угу. Борюсь. Все нормально. Все. Ну, борюсь. Все
Борюсь. Все так? Ну, Парамуш. Не плачь, ничего. Так мы таких тебе уже знаешь, сколько найдем. Да, Манюш, давай. Ты же, ты добрый, ты... Ты симпатичный, ты даже красивый, правда. Я же... Он же обошли, а она... Кисанка. Ну, веселый, но он такой заботливый. Так. Парамонов, руки убери. Прости, накатилась туда. Алло. Я слушаю. Тебя. Алло. Присаживайся, подруга. Выпьешь? Ты не бойся, она не отравлена. Ну как? Вино как вино? Вот это вино как вино называется Мутон Ротшильд и стоит большущих денег. До такого вина, подруга, нужно дорасти. Вот, к примеру, как я. Продать квартиру в Смоленске, на эти деньги сделать себе полный тюнинг, каждый день посещать фитнес-клуб, спа, научиться петь в караоке, правильно ставить ударение, посетить 100 вечеринок и на 101-ю наконец-то встретить его. Не того, который будет кидать понты, и максимум, что иметь, это палатку шаурмы в метро, а настоящего мецената, претендента на Forbes. После того, как ты пройдешь эти 9 кругов дерьма, ты достоинством можешь претендовать на то, что он угостит тебя таким вином. Причем любить его не обязательно. Достаточно просто ценить. А я смотрю, ты решила взять все и сразу, да? Нет, ну чисто по-женски я тебя, конечно, понимаю. Ну что сказать, одинокая женщина с ребенком на шее. И, конечно же, тебе иногда хочется немного прикупить. Но мой тебе совет, подруга. Начни с напитков попроще. К примеру, советская полусладкая. Ага. Боюсь показаться глупой. Но эту аллегорию попрошу объяснить. Потренируйся на Боре. А, то есть Боре это шампанское. О, отлично. Веселящее, игристое. Для тебя в самый раз. При том, что я это шампанское больше не пью. А что ж так? Поняла, что смешивать напитки это как опасно? А это уже не твое дело. Да мне все равно, можешь хоть в запой идти. Только попрошу, уважаемый сомелье, мне советов не давать. Я сама решу, какие напитки мне употреблять и в каких количествах. А это не совет, это предупреждение. И только имею в виду, я не Минздрав. 2 раза предупреждать не буду. Поняла? Официант, шампанского.
как я раньше жил, как тебя не знал и не любил. Появилась ты средь бела дня, поселилась в сердце у меня. Будь со мною строгой, будь со мною нежной, будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, ты моя отрада, мой ветер мой. На дворе мороз, а мне тепло, нет на небе звезд, а мне светло. От пожатия наших верных рук все вокруг переменилось вдруг. Будь со мною строгой, будь со мною нежной, будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, ты моя отрада, вольный ветер. Будь со мною строгой, со мною нежной, будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, ты моя отрада, мой ветер мой. Ну, все в порядке. Я не знаю. Пойдем танцуем, а? Нет, я не хочу. Пойдем, ну, пожалуйста. Не хочу, Вер, не хочу. Ой, какой ты скучный. Молодой человек, извините, у вас зажигалка не найдется? Что? Лея, у него ничего не найдется. Ждем тебя еще, а? Ну? Ой. Это что сейчас такое было? Что? А, это? Прости, дорогой, прости, сигнализация сработала. А то, смотрю, ты у меня прям на расхват, да? Это ты сейчас серьезно? Ну, конечно же, шучу. Ну, Горюша, ну, что ты такой серьезный? Я знаю, что тебе можно доверять. Ты не будешь устраивать всякие там курортные интрижки у жены под носом, правда? Или нет? Уверена, что это удачная тема для разговора? Бу-бу-бу, ну, хватит, ну, пойдем потанцуем, пойдем. Вер. Ну, хорошо, тогда закажи мне еще шампанское! Упс! Горюшечка, пойдем пить полтинечку. Нет, 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 голова что-то разболелась, поэтому таблетку поищу. Как там Карина? А кто это? А, это нормально, ну ударилась, решила отлежаться. Старичочек, пойдем попить. Нет, 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 я точно старичочек. Нет. Я думаю, Вера составит тебе компанию. И закажи ей, пожалуйста, шампанского, когда бармен вернется. Хорошо, потом сочтемся. Какое сочтемся? Шампанского, да? Виски Сивис 100-200 грамм. Скажите, а какой у вас самое худшее шампанское? Бокал.
Бутылку! Пап, может, мы ключом попробуем? Что вы здесь делаете? В приставку идем играть. А к вам за конфетами ходили. Мозгам нужно сладкого, а то мы на 4-м уровне засели, никак ворота судьбы открыть не можем. Ты тут что делаешь? Я? Как что я здесь делаю? Свет, ты на часы смотрела? Давно в кровать пора. Пап, в какую кровать? Только 9 часов. Ну и что? Вы за этой приставкой с самого утра сидите. Пап, ну пожалуйста, нам надо закончить миссию. Света, никаких разговоров, тем более тетя Карина себя плохо чувствует, а вы ей мешаете. Нет, дядя Игорь, мы ей не мешаем. Она вообще на пляж пошла воздухом дышать. Так, еще полчаса и в кровать. Спасибо, папочка. Можно даже час. Целый час? Добрый вечер. Добрый вечер. Выпить? Спасибо за предложение, но нет, не хочу. Я тоже не хочу. А бассейн работает? Для вас, да. Спасибо. А идти куда? Туда. Туда. А я все помню, вы знаете, у меня же память. Во! Георгий. Правильно, Андрей. О. А значит, Георгий, если меня кто-то будет спрашивать, я в бассейн. Договорились. Простите, пожалуйста. Да. Добрый вечер. Добрый а вечер. Вы мужа моего не видели, а то он куда-то запропастился. По-моему, ваш муж пошел в спа. В спа. Извините. Ничего страшного. Хотел узнать, как вы себя чувствуете, но вижу, нужно искать новый повод для разговора. Это точно. И от вещей отойдите, пожалуйста, подальше. Простите, пожалуйста, я ошибся. Ну, конечно, ошиблись. Хотели взять сумочку, а схватили полотенце. Да, это известный похититель полотенец. Пол Турции обнес. А-а-а, понятно. Простите. Счастливенько. Добрый вечер. Добрый. Решил поплавать, Игорюш? Надеюсь, ты не откажешься от компании прекрасной нимфы, а? А у прекрасной нимфы справка имеется о том, что ей можно писать в бассейн? Ты откуда тут взялся, придурок? Отвернись! О, Господи! Сама невинность! Я, милость, захлебнись! Идиот! Вот теперь отпустила! Отпустила! Да нет, этого не может быть! Ну, почему вы... не может? Вы, правда, вы в 14 лет писали стихи? В 13. Я не могу в это поверить. Ну почему? Я вас прошу, прочитайте что-нибудь. Нет. Игорь, ну почему нет? Ну почему нет, Игорь, ну пожалуйста. Вы будете смеяться. Нет, все, я обещаю, я не буду смеяться. Нет. Не буду? Ну... Нет. Я вас очень прошу, ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хотя бы одно. Ну, я же умру от любопытства. Ну, хорошо. Но вы обещали. Все, да. Все, все. Лист резной, оранжевый, с дерева упал. На листы опавшие каждый наступал. Только мальчик маленький, мальчик с ноготок, взял с земли, поднял его и сказал: «Цветок». Я же говорил. Простите, пожалуйста. Да нет, нет. Это просто очень трогательно. Извините. Цветок. А чему вы улыбаетесь? Я? Вы? Я вспомнил нашу поездку на «Ласточкино гнездо». Тайган, дайвинг. Вы лучше вспомните наше первое знакомство. Скажите, а вас действительно зовут Карина? Нет, нет. Мне просто кажется, что это имя вам не подходит. Оно красивое, но не ваше.
А какое же имя, по-вашему, мне подходит? Я не знаю. Мне кажется, я вообще о вас ничего не знаю. Игорь, расскажите мне об астрологии. Что? А вы же ее терпеть не можете. Я хочу разобраться. Может, я был неправ. Хорошо. Хорошо. Вот это? Это луна. А вот эта большая? Да. Слушайте, буду знать. А вон там, вот видите, это большая медведица. Большая медведица? Да, большая. Вот такая. Но я вижу только ковш. Ну, это одно и то же. Ну, как будто вы не знали. Да что вы говорите? А вот эта вот яркая звезда? Полярная. Полярная? А полярная чему? Ну, прекрати. Те. Я... Нет. Простите. Нет, это вы меня простите. Это просто ошибка и... Простите меня. Прошу внимания, наша экскурсия начнется через несколько минут. И поплывем мы на нее вот на этом чудесном пиратском корабле. Мы посетим такие знаковые места Крыма, как Шаляпинский грот, Новый Свет, гора Карадаг. Затем наша экскурсия продолжится по суше. Мы посетим творение 19 века Воронцовский дворец. А затем мы с вами воочию сможем сравнить его с поистине шедевром 20 века санаторием Украина. Дорогие мои, большая просьба не отставать от группы. Особенно если мы поплывем на корабле, да? Шутка. Я оценила. Mm-hmm. Дорогие мои, у вас есть 15 минут. Пожалуйста, наслаждайтесь видом. Жду вас у причала. Майя, на моя. Да, дорогие мои. Только аккуратней, Сань. Ладно. Кариночка, дорогая, все забываю спросить, а как ты себя чувствуешь после вчерашнего падения? Нормально. Ну, слава богу, а то я так переживала. Ты извини, я же не специально, просто так получилось. Но ты не сердишься? Нет. Я рада. А, кстати, сфотографируй нас, пожалуйста. Игорь, дай фотоаппарат. Всю семью. Давайте, семейное фото на фоне моря. Вер, давай не сейчас, нет настроения. Ты обещал мамочке отправлять фотографии, где мы втроем. Ну, Игорюш. Карин, там просто на кнопочку нажать. Ничего сложного, даже ты справишься. Карин, просто в технике не бум-бум. Давайте я вас запечатлею. Я бум-бум. Так, давайте-ка, друзья, вспомним что-нибудь хорошее и улыбнемся, да? Вера Павловна, ну неужели вам не вспоминается ничего хорошего? Ведь было же хорошее. Было. Внимание, снимаю. Так, что такое? Ой, вот хороший снимок, но вот у Веры Павловны почему-то образовался двойной подбородок и косоглазие небольшое, да? Сейчас, сейчас, секундочку. Давайте, Вера Павловна, для свекрови еще раз. Есть. Не могу понять, что это такое. Косоглазие все равно остается. С камерой, наверное, не то, да? Да нет, у вас что с руками? Видно, это семейное. Спасибо, Борис Михайлович. Да не за что. Держи, Игорь. Функциональной привязанности показан знаками плюс, равно и минус. Итак, сейчас мы узнаем, кто из присутствующих имеет право носить звание идеального партнера в браке. Вопрос номер последний. Сможете ли вы простить измену партнера? Ой, какой хороший вопрос. Главный жизненный. А какие варианты ответа? А, прощу, Б, нет, В, прощу, если первый раз. Угу. Свечка милая, ты не могла бы не доставать нас своими тестами? Тем более, что к реальной жизни они не имеют никакого отношения. Ты так говоришь, потому что нет варианта ответа «прощу, если купит машину»? Света. Нет, папуль, такого варианта тоже нету. Так, пойди послушай, что говорит экскурсовод, а я к тебе позже подойду. Давай, давай. Сань, ты идешь? Да. Ну так пошли. Куда? А... Только аккуратней, Сань. Да ладно, мам. Не обращайте внимания на Свету. Я ее прекрасно понимаю. Она просто ревнует своего папу.
Да. Ну как такого мужчину можно не ревновать, а? Красивый, умный, заботливый, верный. Прекрати, а. И скромный. Ребята, вы знаете, как мы познакомились с Игорюшей? На корабле, боже мой, он так романтично за мной ухаживал. Скорее, банально. Ну прекрати. Вы себе даже не представляете, насколько сейчас мужик обмельчал. Расскажет пару-тройку каких-нибудь пошленьких анекдотов и думает, все, женщина у него в постели. Простите, Вера Павловна, а откуда же от вас такая информация? Не из личного опыта? Подруги рассказывают. Борис Михайлович, а я вот немножко не пойму, а чем же вас так зацепило мое замечание? Мне кажется, вы совершенно не похожи на мужчину, который будет корчить себя какого-нибудь челентана, чтобы понравиться симпатичной девушке. Нет, просто как-то это... Вера Павловна, простите, конечно, но как-то вы все под одну гребенку чешете. Да. Обидно за наш пол-то, да, Игорь? Ну, согласитесь. Вот сейчас соглашусь. Да, Борис Михайлович, действительно, все мужчины разные, но вы у нас самые замечательные, правда, Кариш? Ой, я про Карину вообще молчу. Она вон сразу двоих мужиков рвала. Ну, я про сына. Ой, ребят, а вы такие молодцы, начали работать-то вторым. Ну, мне Карина по секрету рассказала. Игорюш, а когда мы начнем делать бэбиков? Я уже хочу, а ты? Вера Павловна, извините меня, пожалуйста, как интересно у вас получается. Буквально 3 дня назад, когда Карина делилась нашими планами, вы говорили, что никогда в жизни не променяете ночные клубы, распродажи, подруг ваших, да, там, на подгузники и пеленки. Фигура там, грудь обвиснет, да? Карина, я ничего не путаю, правильно? Борис Михайлович, вы знаете, я насмотрелась на вашу идеальную семью и просто поменяла свое мнение. Вера Павловна, я считаю, о вас нужно писать в газетах, понимаете? Вы же эталонный пример для этих гламурных львиц с силиконом вместо мозгов. Борис Михайлович, да. Ну зачем же вы так скромничаете? Мне кажется, как раз ваш персонаж должен быть на всех обложках газет. Да, да нет, да ну что вы. Вот, извините меня, пожалуйста, бога ради, но только я не понимаю, как же такой идеальный отец семейства может заниматься таким просто ужасным бизнесом, как продажа животных? Нет, если, конечно, читать только заголовки вот этой желтой прессы, то тогда вот так можно думать. А на самом деле ничего страшного в моем бизнесе нет. Борис Михайлович, а что там по поводу вашего судебного дела, по поводу контрабанды носов? Уже прикрыли? Или следствие еще идет? Ма, кажется, мутит. Ну я же говорила, таблетку возьми. Света, тебе как, нормально? Да. Стой, Саш. Пат, там дельфины, пошли быстрее. Ну, пат, ты же обещал. Извините, ничего страшного. Ты что творишь, придурок, а? Одноклассники свои помочь решил? Боречка, ты очень сильно ошибаешься. Я и без мужа в Москве сделаю тебе столько проблем, что ты себе представить не можешь. Родная, ты можешь кого-то напугать, если только не накрасишься. Артем, даже не пытайся. Хам. Нам надо поговорить. Нам надо все забыть. Пожалуйста. Ну вот, дорогие мои, теперь вы воочию можете убедиться, как изменилась южнобережная архитектура спустя век. Как вы уже слышали, Воронцовский дворец был сдан в 1848 году, а в 50-х началось строительство санатория Украины, главного приморского поста советского. Игорюша, а что с лицом? Или ты не в восторге от советского неоклассицизма? Что случилось? Все в порядке, голова просто болит. Игорюша, у тебя в последнее время очень часто болит голова. Ты знаешь, мы сейчас приедем в Москву, я тебя запишу к замечательному доктору. Ему даже из Европы приезжают. Запись за полгода. Но ты не переживай, договорюсь. Моя подружка, его жена. Мы вместе с ней на йогу ходим. А ты спрашиваешь, какая польза от йоги. Сам видишь теперь какая, м? Обратите внимание, здание главного корпуса украшено белоснежным инкермановским известняком, что создает потрясающий эффект воздушности здания. По богатству интерьера санаторий не уступал роскошным дворцам, за что, к своему несчастью, поплатился главный архитектор здания Борис Васильевич Ефимович. За излишнюю роскошь он был сослан в лагеря на 10 лет в 1953 году. Пожалуйста, наслаждаемся, любуемся зданием. Калинин, что с тобой? У тебя такой вид, будто Борис Васильевич Ефимович по дороге в лагеря еще и тебе жизнь испортил. Что случилось-то? Парамонов, занимайся собой. А то вон, убьешь бывшую, а мне соучастие припишут. Убьешь. Это слишком банально. Это вообще не наш метод. Блин, это что, Кондратьева? Какая Кондратьева? Боря, с которой ты в 7 классе целовался, а потом ей 5 лет мозг выдрил. Кондратьева, бегом, быстро, быстро! Да ну тут! Ма,
кто это? А? Да это наша с папой одноклассница. Только этого нам не хватало. Говори. Вот черт принес. Пошли, пошли. Курортных Советского Союза. Использовался он в основном для размещения делегаций коммунистических партий и профсоюзов из капиталистических стран. Английский писатель Джеймс Олдридж так описал санаторий Украина. Белый античный храм на фоне синего моря у подножья Ай-Петри в томной роще кипарисов. Неплохо, но я вообще-то не в восторге. Ой, полностью с тобой согласна, Игорюш. Не архитектура, а фигня какая-то. Вообще не понимаю, что мы тут делаем. Я говорил про творчество Джеймса Олдриджа. Архитектура мне как раз нравится. Давай выкручивайся. А вот этот Джеймс, между прочим, Игорь, мне очень даже не нравится. Слушай, Лад, а скажи, а ты вообще давно была на встрече выпускников? Недавно, что? Ну так, просто хотел узнать, кто как устроился в жизни, ну, в материальном смысле. Какая-то мелочная душонка, Парамонов. Хочешь порадоваться за себя, любимого? Ну ты дура, что ли? Я хочу понять, сколько еще моих знакомых в Крыму встретим. Ты представляешь, что бы началось, если бы Кондратьев тебя первый увидел, не ты, ее? Ладно! Ладка! Спокойно, да быстро уходим! Подожди! Да подожди, Калинина! Калинина! Дорогие мои, наша экскурсия закончилась. У вас есть еще 15 минут попить водички, поесть мороженого. Сфотографироваться на память. Через 15 минут я вас всех жду у причала нашего кораблика. Не опаздывайте. Можете проходить сюда, здесь тоже прекрасный вид на море. Пальмира, не стоит. Дорогая, послушай, может быть, мы тоже уже как-то на кораблик туда? А то что-то подустал за сегодня. Да, Борис Михайлович, видно. Выглядите так себе. Какой-то болезненный вид у вас. Да, да, вы знаете, пошел вчера в бассейн искупнуться, а там плавает всякое непонятное. В общем, мы на корабль и там... Да, все. Но я не хочу на корабль, я хочу мороженое. Я даже мороженое не хочу. Наконец-то! Вот вы где, я кричу, вы меня не слышите. Привет, Калинина. Привет. Здравствуйте. Ой, я что это за пижон? Неужели это тот самый Борюшка, который все время в медных штанишках ходил? Вообще, я не узнаю. Ну, это имидж, я прошу не путать со старостью. Ну как? Вы, наверное, с семьями приехали отдыхать, ребята, прекрасно. Оксана, у тебя очень интересный муж. Вообще-то это не ее муж. А, да. Вот это ее муж. А вот это уже интересно. Ну. Подождите. А ты, по-моему, за Трофимова замуж выходила? Ну, так это же... Кто тебе сказал такую ерунду? Да ну, вообще-то я на твоей свадьбе гуляла. Так это было когда? Это когда было-то? 20 лет назад. Я и забыла, у меня из головы вылетел совсем. А как это так? А у тебя же ребенок вроде родился. Какой ребенок? У кого? Какой ребенок? Что ты, Кондратьевна? Па, дай день. А? Понимаешь, этот ребенок от меня. О, тут у вас Санта-Барбара. И главное, ничего не сказали. Ну, смотри, такие. Вот это ваш сын? Да. Ну, вообще-то, это вылитая копия Трофимова. Да, я тоже заметила, что на вас он вообще не похож. Так бывает, это потом проявляется. Это у меня с папой так было. Сыночек, возьми денежку. Ну как ты? Ну я ничего, я, честно говоря, не ожидала, подруга. Ты прям вот так вот выглядишь потрясающе. Можешь изменять мой глазок прям с соседом. Вот это круто. Я не изменяла. У нас еще до свадьбы все случилось, правда, Боря? Как это до свадьбы? Борюська в это время в армии был. Ну я вообще-то в отпуск приезжал. Ну, вообще-то ты ко мне в отпуск приезжал. Ну, почему же к тебе он приезжал в отпуск? Значит, почему? Вообще-то у нас отношения были. Извините, конечно. Ах, так, значит... Значит, так вы со мной, да? Аж. Значит, он в отпуск к тебе, а? Может быть, вы на моем дне рождения? Да. Может быть, вы в моей постели? Я тебя подругой называла, а ты вообще... Что ты пишу? Слушай, у тебя язык всю жизнь помело был. Карин, подожди! Ага, значит, я во всем вина. Интересно. Что-то произошло, что-то пропустила? Здрасте. Здрасте. А,
Карина, это кто, простите? А? Красивая. Понравилось, да? Никогда больше так не делай. Игорь, ты действительно считаешь, что имеешь право предъявлять мне какие-то претензии? Ты что, думаешь, я должна сидеть и смотреть, как ты переходишь все рамки приличия? Тихо, 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 ладно, ну, успокойся, ну черт, ну. Все, все, чи. Да, ну опять, ну ладно, ты Сашку разбудишь, ну. Ладно, ну все, успокойся. Ну, я не знаю, как ему в глаза смотреть. Я вру, вру, вру. Я постоянно вру. Я себя ненавижу. Ты понимаешь? Ну, понимаю, понимаю. Что случилось-то? Кому ты не можешь в глаза смотреть? Сашке, что ли? А? Да при чем тут Сашка? Я не понимаю. Значит, Калинина, это же правда, это же? Ты втюрилась, что ли? Влад! Чего ты молчишь? М? Как будто ничего не произошло. Произошло только то, что ты вторглась в мое личное пространство. Да? А, по-моему, произошло то, что кто-то начал ухлёстывать за моей лучшей подругой. Ты думаешь, я такая дура, ничего не вижу, не замечаю? Значит, на экскурсии вы вместе, на дайвинге вы вместе, даже в этих детских эстафетах вы вместе. Слушай, милый, а ты не запарился придумывать повод, чтобы побыть с ней наедине? А? Что молчишь? Я душ могу принять. Все, ну хватит уже сырость-то разводить. Ну мы соседей затопим сейчас, ну. На вот, валерьяночки лучше. Я тебе накапал. Я не хочу. Не хочу, не хочу. Почему все так, Боря? Парамонов, ну где же ты взялся на мою голову? А, здрасте. Вот, я теперь во всем виноват. Ну, а откуда я знал, что так все получится? Ну это же, это анекдот какой-то, ну честное слово. Смешно? Ну теперь меня никогда не простит. Угу. Борь, давай уедем. А? Давай уедем. Прямо сейчас мы возьмем и уедем. Вот, видишь как? Вот когда я тебе предлагал уехать, ты думал, что он тебя еще простит, да? Какая я дура, больше никакая. Все, да, никакая ты не дура. Ну хватит. Ну ладно, ну я тебя прошу, ну, успокойся. Да найду я тебе в Москве нормального мужика. У меня он тем более один знакомый олигарх олигархич нарисовался. Кстати, развелся недавно. Вот. От скуки себе решил на суху завести. Знаешь, ну ты же лучше на сухе в 100 раз. Дурак! Ладно, подожди ты, ну. Да. Интересное кино у нас получается. Нет, я просто поражаюсь. Каким надо быть человеком, чтобы приехать на курорт с женой и ухлёстывать за её лучшей подругой, а? Это что, совести совсем ноль? Нет, я, конечно, понимаю, на меня тебе наплевать. Но а ты о них подумай, у них же семья, у них ребенок. Ребенок вообще отца обожает. М? Ну, конечно, понимаю, тебе все равно, да? Но я хочу, чтобы ты знал,
Игорь, я хочу, чтобы ты знал, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Вещи собирай. Мы завтра уедем и никогда больше не вспомним об этом разговоре. Давай, бросай. Ну, а теперь мы обязательно вернемся. Ма, а ты что не бросаешь? Что, вернуться не хочешь? Ну все, намусорили уже. Поехали. Как поехали? Я хотел еще ракушек собрать на память. Я тебе уже планшет купил на память, Саш. Иди, сынок, собирай ракушки. Все, давайте, ребят, нам заправляться еще. Ну, пора, муж. Ну, дай 10 минут, мы скоро. Ладно, я в кафе. Вам взять что? Нет. Спасибо, Борь. Ха-ха! Да ладно! Ну, короче, я, в общем, в обед уже буду в Москве. Давай, там Вике позвони. С кем? Он же гей. Свет, ну, пойдем, там подожди. А? Доброе утро. Очень жаль, что вы нас покидаете. Надеюсь, это случилось не по вине нашего отеля. Нет, нет. Произошло кое-что непредвиденное. Понимаю. Ваши счета, пожалуйста. Ладно, все, давай, пока. Так. Так, молодой человек, а вы что, не видите, сейчас чемодан упадет? М? Можно как-то поаккуратнее? Вы знаете, сколько они стоят? Извините. Да, хорошо. Одну минутку. По-видимому, вы забыли косметичку в номере. Да, блин, как всегда. Гариночка, милая, я сейчас... Может, не будем ее ждать? Пап, мы точно из-за работы уезжаем? Точнее не бывает. А почему мы ни с кем не попрощались? Ладно, пойду выпью фреш. Будешь? Нет, не хочу, спасибо. Надеюсь, ваш отдых был незабываемым. Да, кстати, ваши друзья тоже уезжают. Ну, я думаю, вы в курсе.
Ха, все-таки взяла. А я уж думал, ты даже попрощаться со мной не захочешь. Че молчишь-то? А? А, ты придумываешь, как меня пнуть побольнее, да? Только, Вер, я тебя очень прошу, не начинай вот эту ерунду, что я там лузер в постели, вот это. Это очень банально. Мы же оба прекрасно знаем, что это не так. Алло. Что, угадал? Мы в молчанку будем играть или как? Ты там от злости умерла, любимая. Алло. Они пошли проститься с морем. Традиции никто еще не отменял. Спасибо. Па, ты куда? Никуда, будь здесь, я скоро. Игорек, здорово. Слушай, с рыбалкой, старик, сегодня не получится. Мы решили уехать. Калина там что-то грабят. Это тебе за мою жену. Прав. Прав абсолютно. Даже спорить не буду. Прав на 100%. А это тебе за твою. Ты подонок, ты понимаешь это? Такую женщину всю жизнь искать будешь, не найдешь. Ты ее на руках носить должен, а ты поступаешь с ней, как последняя тварь. Игорек, я... Дурак ты, Боря. Дурак. Карина, я... Я не Карина. Просто ваш муж... Он мне не муж. Не понимаю. Меня зовут не Карина, а он не мой муж, и я с самого начала все про них знала. Я сюда приехала вас обманывать. Мне нужны были деньги. Я согласилась. Я тогда на море. Я хотела вам все рассказать, но я струсила. Мне даже прощения вас просить. Стыдно, но вы не должны меня прощать. Привет, привет. Слушай, Юля, а ты можешь Сашку в школу тоже забрать? Да, ты сегодня до ночи? От прощания до прощания, возвращение одно. Частых писем обещания, позабытые давно. Мы играем, словно дети, расставание вновь и вновь. Разделилось все на свете на любовь и нелюбовь. Разделилось все на свете на любовь и нелюбовь. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. То, что в шутку ты сказала, буду помнить я всерьез. Видят старые вокзалы, слишком много новых слез. Принимай судьбу отрадно, не ищи других причин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям.
А что происходит? Ты опять опоздал, Калинина, вот что происходит. Ладно, я тебе сегодня прощаю. У тебя амнистия. Так, так, работаем, работаем. Не стоим, не стоим, хорошо. Ну что, Василия, какой-то сумасшедший купил все цветы, заказал доставку. Куда столько? Да какой-то юбилей. Не стой! Ходи, грузи, считай. До свидания, Калинина. У тебя сегодня выходной. Все, пошли, 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 быстрее. Пока. Да, давай, давай, давай. Викторенко, 7, квартира 49. Это ж твой адрес. Ну да, что? Прикинь, вся вот эта доставка, она к тебе едет. В смысле? Да в прямом. Говоришь, нет личной жизни. Ну-ну. Подожди, ты же говорила на юбилей. Ну, правильно. Ровно 2 месяца, 4 дня с момента нашей последней встречи. По-моему, дата круглая.